Спасибо и добрый вечер. Скажу пару слов о формате дебатов. Доктор Шермер будет говорить первым, а за ним Кент Ховенд. Он начнет с 25-минутной презентации, а затем мы дадим доктору Ховенду 25 минут. После этого 10 минут и 10 минут, 4 минуты и 4 минуты, затем 5-минутный перерыв, и после этого секция «Вопрос-ответ». Секция «Вопрос-ответ» будет проходить так. Вопросы будут передаваться в письменном виде, которые затем мы выберем и прочитаем участникам. Формат этой части будет таким. Человек, которому адресован вопрос, получает 2 минуты, затем другой человек получает 1 минуту на ответ. Опять же, если вы хлопаете или кричите в поддержку того, чью сторону вы занимаете, то вы тем самым забираете время у него. Поэтому ведите себя спокойно, когда они говорят. Позвольте им представить их презентации, давайте все будем уважительно относиться друг к другу. И проведем хорошо сегодня вечером это время, посвященное дебатам сотворения против эволюции. Кто передает вопросы? Ага, спасибо. Я уверен, что все будет в порядке. Опять же, 5-минутный перерыв, и затем секция «Вопрос-ответ». Давайте начнем с доктора Шермера. Как дела? Надеюсь, что пожарных тут нет? Я не знаю, но у меня складывается такое впечатление, что здесь немножко больше верующих, чем неверующих. Просто поднимите руки те, которые верят в Бога как в личность, как, например, иудео-христианский Бог. Хорошо, посмотрите на время. По-моему, сегодня вечером играет Лейкерс, или это было вчера? Меня зовут Майкл Шермер, я директор сообщества «Скептик», журнала «Скептик». Мы раздавали я имею в виду литературу, представленную здесь ранее. Если вы не получили ничего, то там сзади есть мои ассистенты Мэтт и Дэвид, и они будут рады помочь вам. Я очень рад видеть так много людей. Вы не обязаны быть здесь в этот прекрасный вечер, вместо этого вы могли бы быть где-то на улице, наслаждаясь мероприятиями там. Но мы благодарны вам за то, что вы здесь. Очевидно, что есть большая заинтересованность данной темой. Темой, с которой мы сталкиваемся часто, как скептики. Мы сталкиваемся с этим потому, что это очень популярная тема в Америке. Это популярно только у нас и в еще некоторых местах в Новой Зеландии. Я даже не знаю, является ли вообще креационизм темой для дебатов, но вот мы здесь, в Америке, и эта тема близка почти каждому из нас. В общей сложности скептицизм и наука – это одно и то же. Скептик – это не позиция, которую вы занимаете. Это не существительное. Я не скептик в понимании этого слова как вещь. «О, ты один из этих скептиков? Ты ни во что не веришь». Нет, я верю во многие вещи, например, в эволюцию. Скептик – это не позиция, которую вы принимаете. Это подход к утверждениям. Например, когда я исследовал взгляды людей, отрицающих Холокост, они говорили «Мы скептики». Мы скептично относимся к Холокосту. И он скептик, потому он наш брат по оружию. Однако фактически я стал скептически относиться к скептикам, потому скептицизм – это просто подход. Мы здесь для того, чтобы найти натуралистические объяснения какому-то феномену. Например, это возможно, что инопланетяне приземлились на поле фермера Боба в Паркер-Браш в Канзасе и высекли skeptic.com, чтобы разрекламировать нас как организацию. Однако более вероятно предположить, что это было создано в Photoshop. Прежде чем говорить, что что-либо из иного мира, нужно быть уверенным в том, что оно не из этого мира. Например, возможно, что наш губернатор был успешен в своей карьере потому, что инопланетяне помогли ему. Я собираю фотографии с инопланетянами на протяжении последних 20 лет, но это единственный инопланетянин, который качает бицепсы и трицепсы. Арнольд победил пришельцев, качая железо. Кстати, если вы не против небольшого отступления, здесь довольно тепло, тут много людей, и, скорее всего, температура такой и останется. Когда мы говорим об эволюции и сотворении, то первое, что нам стоит решить, или в данном случае вам стоит решить, если вы открыты к данному вопросу, это какой креационизм вы собираетесь принимать. Я провожу дебаты с креационистами всех мастей на протяжении почти 20 лет. Там есть плоскоземельцы, геоцентристы, младоземельцы, староземельцы, креационисты разрыва, то есть креационисты, которые верят, что был разрыв между бытие 1.1 и 1.2, который вмещает геологические эпохи, креационизм день-век, то есть креационисты, которые верят, что дни в бытие представляют собой эпохи, прогрессивный креационизм, эволюционный креационизм.
Это креационисты, которые верят, что Бог действует посредством законов природы. Теистическая эволюция, которая в большинстве своем является частью движения «Разумный дизайн». И в конце мы приходим просто к материалистическому эволюционизму. Потому вам стоит задаться вопросом о том, к которому из них относится Кент Ховинд, и о котором из них вам было бы интересно услышать, так как есть много разных, и у них у всех разные аргументы. Интересно, что они не согласны и между собой. Вы можете посетить Answers in Genesis, которые являются частью консервативной креационной организации, и они не согласны с большинством того, что мой оппонент скажет сегодня. Потому вам нужно почитать и выбрать, какую часть креационизма вы хотели бы принять, если вообще хотели бы. Прежде всего, нам стоит осознать, что большая часть людей принимает эволюцию. 96 миллионов христиан Америки принимают эволюцию, как написано в Gallup Poll 2001. 37% всех американцев соглашаются с данным утверждением. Люди развивались на протяжении миллионов лет из менее развитых форм жизни, но Бог направлял этот процесс. Итак, 90% американцев являются христианами. Это означает, что 96 миллионов американских христиан верят в эволюцию. Это не делает эволюцию правдой. Но, по крайней мере, если вы христианин, интересующийся вопросом, можно ли верить в Библию и эволюцию, то ответ, конечно же, можно. Интересно, что миллиард католиков, которые иногда могут быть и скептиками, принимают эволюцию. Папа Римский Иоанн Павел II в Encyclical 1996 года сказал такие слова: «Новое знание привело к признанию того, что эволюция – нечто большее, чем просто гипотеза». В действительности, это примечательно, что эта теория была постепенно принята исследователями, за чем последовала серия открытий в различных областях знаний. Конвергенция — это важное утверждение, не является ни придуманной, ни сфабрикованной. Это не заговор со стороны ученых, просто это происходило таким образом. Конвергенция результатов работы, которая была проводима независимо, сама по себе является существенным аргументом в пользу теории. Я буду делать акцент на этом сегодня. Это конвергенция с разных линий исследований, независимых друг от друга. Эти ребята не собираются по выходным и не говорят: «Послушайте, нам нужно договориться о нашей истории, потому что этот Кент Ховинд прижимает нас в дебатах своими аргументами». Они пришли к этому независимо. Кстати, Папа Римский, отвечая на комментарии предыдущего Папы Римского, жившего в 50-х годах, который говорил, что это возможно, что эволюция — это правда, и мы должны быть открыты к науке, а не просто отвергать ее, то последний Папа Римский говорит, что она действительно правдива. Когда правительство Джорджии ввело закон, требующий, чтобы в книгах была вложена закладка, предостерегающая студентов об эволюции, даже наш бывший президент Джимми Картер, христианин-евангелист, называющий себя рожденным свыше христианином, пишет: «Как христианин, опытный инженер, ученый и профессор Института Эмори, я смущен попыткой министра образования Кэти Кокс наложить цензуру и исказить обучающий процесс студентов Джорджии». Существующее и давно используемое слово «эволюция» в учебниках наших штатов не повлияло неблагоприятно на веру и всемогущество Бога как Создателя Вселенной. Не может существовать никакого несоответствия между христианской верой и доказанных фактов, касающихся геологии, биологии и астрономии. Нет нужды учить тому, что звезды падают на плоскую землю для того, чтобы защитить нашу веру. Проблема со всеми аргументами креационистов, и это, наверное, наиболее важный слайд, который я приведу сегодня, заключается в том, что это не что иное, как аргумент Бога пробелов. Где бы ни был пробел, который ученые, казалось бы, не могут объяснить, или если вы найдете цитату, в которой звучит так, как будто они не могут это объяснить, это означает, что в этом месте произошло чудо, где вмешался Бог. Если вы являетесь креационистом разумного дизайна, то вы не используете слово «Бог», вы используете обозначение «разумный дизайнер». Это напоминает мне мультфильм «Сидней Харрис», один из моих любимых, где ученый пишет, что в шаге номер два происходит чудо, и другой говорит ему: «Я думаю, что тебе нужно быть более точным здесь, в шаге два». Я бы хотел подчеркнуть то, насколько важен этот момент. В этом вся суть. Просто сказать: «Слушай, я не думаю, что вы, ребята, сможете объяснить эту проблему, что бы это ни было». Следовательно, это то место, где произошло чудо. Бог это сделал. Разумный дизайнер это сделал. Даже если это так, то это ничего не объясняет.
Это просто как сказать «бум, произошло чудо». Это как просто заполнить это словами, сказав, что Бог это сделал. Разумный дизайнер это сделал. Это чудо не имеет значения. Это не объяснит ничего. Даже если бы Кент Ховинд выиграл бы все свои дебаты, или каждый ученый в Америке сказал бы, «Знаете что, я думаю, что Бог создал все, и я думаю, что биология это доказывает». Это не изменило бы того, как действует наука, потому что это не имеет ничего общего с наукой. Наука — это поиск того, как это произошло, того, что произошло в шаге 2. Если разумный дизайнер создал это, то не хотели бы вы узнать, как он это сделал? Если Бог это создал, то разве вам не интересно, как он это сделал? Например, мы знаем, что эволюция — это простая вещь. Это шаблон предшественника с модификациями и что-то, что приводит к изменению в последовательности генов. Любое филогенетическое дерево описывает происхождение организма во времени. Вот здесь пример семейства трицератопсов. Эволюционисты, ученые предлагают объяснение тому, как это биоразнообразие появилось посредством изменения последовательности в генах, мутации и так далее и тому подобное. Правильно это объяснение или нет, это в определенном смысле отдельный вопрос. Если это неправильно, то тогда вы должны выяснить, как это произошло. Но просто сказать, ну, Бог это сделал или разум это сделал, ну разве вам не интересно, как он это сделал? То есть разум создал этот общий вид, и затем естественный отбор создал все имеющееся разнообразие? Или Бог создал каждый вид, и затем природа создала подвиды? Может быть, Бог создал семейство, и затем природа создала роды и виды? Бог создал каждый живущий организм однажды, или Он создал их вначале, и далее все запустилось как часы и создало все остальное? Это интересные вопросы, но мы не получаем на них ответы. Потому что у них нет ответов на эти вопросы, потому что так работает наука. Наука хочет знать, как это произошло. Потому эволюционная теория является наилучшим объяснением того, как это происходило. Эволюция — это предполагаемая правда. Слово «правда» тут с маленькой буквы. Ранее кто-то тут говорил о правде с большой буквы, но мы здесь не ради такой правды. Правда с большой буквы не относится к науке. Эволюционная теория — предположительно правда. Почему? Потому что она дает последовательное объяснение того, что нам известно. Она последовательна. Опять же, эти ребята не собираются по выходным и говорят, «О, нам нужно договориться, что мы скажем. Я буду говорить, что это произошло 6 миллионов лет тому назад, а что ты будешь говорить? 7 миллионов лет тому назад? Ховинд может узнать об этом. Потому я скажу 6,5, ты скажешь 6,5, и мы будем в безопасности». Это не происходит таким образом. А если бы происходило, и все так совпадало, то я бы догадался, что что-то не так. На самом деле всегда есть погрешность в данных, приводимыми учеными. В конце концов, эволюция предсказывает новые находки, которые до сего дня были подтверждены эмпирически. И я покажу вам множество последних чуть позже. Например, есть согласованность в определении возраста Земли. Это не идеальная цифра, потому что есть небольшая погрешность. Из независимых источников. Калий-аргоновое датирование. Датирование радиоактивным распадом. Углеродное датирование. Датирование по возрасту Луны. По возрасту Солнечной системы. По возрасту Вселенной. Это все разные ученые, которые делали публикации в разных журналах и ходят на разные конференции. Они не знакомы друг с другом. Они не общаются друг с другом. Но все они приходят к тем же самым последовательностям, которые свидетельствуют о том, что возраст Земли приблизительно 4,6 миллиарда лет и приблизительно такому же возрасту Луны, хотя немного меньшему, к тому же самому возрасту Вселенной – 13,4 миллиарда лет. Но эта цифра может варьироваться, потому что появляются новые данные. И снова это сходство разных линий исследований. Например, мы должны находить промежуточные звенья в ископаемых. Это то, что мы предсказывали бы, если эволюция была верна. Примером этого может быть эволюция китов. Это любимая тактика креационистов. Покажите одну переходную форму, хотя бы одну. И я помню, когда именно этот слайд появился в журнале Science. Это было на той же неделе, когда я проводил дебаты с Дуэйном Гишем. Он тогда мне сказал, покажи мне хотя бы одну переходную форму. Я показал этот слайд и сказал, вот, есть даже три. И он ответил, ладно, теперь у нас есть 4 пробела в летописи окаменелостей. Покажи мне 4 переходные формы. Довольно хитро, однако. Другими словами, будет бесконечное количество пробелов, которые я, как креационист, буду требовать для того, чтобы представить мне доказательства, опровергающие мою теорию сотворения. Это не наука. Наука так не работает. Вы можете называть это теологией или чем-то другим, но не наукой. Эволюцию можно также увидеть в черепах китов. Череп Пахицета – 50 миллионов лет тому назад. Атеоцетус – 25 миллионов лет тому назад. И современная белуха.
Общие предки – общие анатомические структуры. Вы можете заметить последовательность изменений, можете увидеть то, как изменяются структуры со временем. В действительности ископаемых настолько много, что просто глаза разбегаются. Я просто ошеломлен тем, что креационисты просят показать хотя бы одну переходную форму. Их ошеломляюще много. Вот интересная фотография Стивена Джей Гулда, когда он был еще молодым, в Гарвардской палеонтологической коллекции. И это только ископаемые моллюсков. Ряды за рядами, ряды за рядами. На прошлой неделе я был в университете штата Аризона в лаборатории Дональда Джохансона, парня, который нашел Люси. Я покажу сейчас. У него можно увидеть ряды за рядами гоминидов. Мы выложили их, и я взял свою 12-летнюю дочь, чтобы она могла посмотреть интересные вещи и встретить Люси. Не саму Люси, конечно же. И я пошутил тогда: «Да, но у тебя нет никаких переходных форм». И мы посмеялись тогда с ним, потому что столы вокруг были заполнены этими всеми вещами. Так много, что просто глаза разбегаются. Проблема, с которой сталкиваются люди, которые не понимают теорию эволюции, они видят ее как какую-то линейную прогрессию или шествие от маленького к большему, от простого к сложному в линии, где первый приводит к последующему. Это наиболее знаменитая картинка, которая когда-либо была сделана, и она была спародирована множество раз. У меня есть несколько десятков таких слайдов. Мне нравится вот этот. Но больше всего вот этот. С Homo Europaeans Unus. Это очень американская характеристика, конечно же. Я думаю, что в новой будут нарисованы французы, ползающие на животах. На самом деле эволюция — это куст полный ветвей, в котором мы можем увидеть эволюцию от общего предка. Конечно же, вы знаете, что мы не появились от шимпанзе и горилл. Если мы произошли от них, то почему они все еще существуют? Это, конечно же, потому что мы не произошли от них. Мы произошли от общего предка около 8 миллионов лет тому назад. Что еще интересно в этом слайде, так это то, что раньше, в 60-е и 70-е, все верили, что общий предок жил между 15 и 30 миллионами лет. Но Винс Эридж в университете Беркли, основываясь на сравнениях биохимикатов среди видов, сказал: «Нет-нет, мы предсказываем, что ископаемые покажут, что общий предок будет ближе к 5-6 или 7-8 миллионам лет назад». И было доказано, что он прав. Заняло около 25 лет для того, чтобы палеонтология догнала биохимию. Но вот пример того, что эти ребята не собираются где-то в темном чулане, чтобы придумать свою историю о возрасте вещей. Но в данном случае наблюдается единство. Все указывает на то, что данные, полученные из изучения ископаемых, соответствуют данным из биохимических генетических тестов. Вот здесь место расхождения многих ветвей филогенетического дерева. Переходные формы? Их просто море. Выглядит так, как будто многие из этих видов, такие как сахелантроп, живший 6-7 миллионов лет назад, был найден в 1991-м. Австралопитек африканский, проживавший 3-4 миллиона лет назад. Канантропус плодиапус был открыт в 1992 и жил 3,5 миллиона лет назад. Знаменитая Люси – 3,2 миллиона лет тому назад. Красота Люси заключается в том, что вы можете сесть и держать ее в своих руках. В лаборатории Дональда Джохансона вы не можете. Вы сможете подержать обезьяний таз и тазобедренный сустав Люси и те же части у современного человека. И вы увидите там прекрасный переход к бипедализму. Это не единственный пример. Не думайте, что Люси – единственная ископаемая, которая у них есть. Сейчас у них есть десятки этих австралопитеков. Человек умелый проживал 1,9 миллионов лет назад. Дманисийский гоминид из Джорджии в России – 1,8 миллионов лет назад. Обнаружен в 2001 году. Человек прямоходящий – 1,5 миллиона лет назад. Неандерталец – 0,5 миллионов лет назад. Неандертальцы и мы жили одновременно на протяжении последних 100 тысяч лет. Что произошло с теми ребятами? Они по правой стороне, мы по левой. Что произошло? Вымерли. Интересная тема. Не для сегодняшней дискуссии, правда. Не так давно Тимом Уайтом были обнаружены и Далту, и обнародованы в прошлом году. Выглядит так, и все факты указывают на то, что мы все произошли от гоминидов, которые жили в Африке 160 тысяч лет тому назад. И это именно и Далту. Это самые лучшие доказательства, которые у нас есть на сегодняшний день. Это огромное разнообразие людей, которые есть у нас на земном шаре. Все они эволюционировали за этот относительно короткий промежуток времени. Очень быстрые изменения. Дополнительный тест. Нам стоило бы ожидать, что мы увидим в современных организмах разнообразность структур от простых к сложным, отражающие эволюционную историю.
Например, глаза эволюционировали множество раз с различной сложностью. И опять же, это неоднородная разумная структура, которая существовала бы во всех организмах. Что вы бы ожидали, если всемогущий Творец ее создал? Но на самом деле вы видите некие добавления природы, которые эволюционировали из того, что было доступно в окружающей среде, и из того, с чем им приходилось сталкиваться. Глаза эволюционировали независимо десятки раз. Вам стоило бы ожидать, что биологические структуры должны были бы показывать в себе историю, а не разумный дизайн. Взять для примера наш собственный глаз. Структуру его сетчатки с палочками и колбочками сверху, и с омикриновыми клетками, биполярными клетками, ганглионарными клетками снизу, но все перевернуто. Это самое странное. Все вверх ногами. Только 10% фотонов попадает на светочувствительные колбочки и палочки. О чем разум думал, когда он создавал это? Он не думал, потому что нет никакого разумного дизайнера сверху вниз. Но это часовщик снизу вверх, который использует любой доступный материал. Нам стоило бы ожидать, что организмы, с которыми у нас больше всего общей ДНК, выглядели подобно нам, и так и есть. И вести себя как мы, и это правда. Шимпанзе очень социальные. И как вы могли заметить, наблюдая за политикой последнее время, что мы тоже очень социальные. Есть целая серия этих общих особенностей между видами. Достаточно ли времени для того, чтобы эволюция имела место? Конечно. Так же, как каждый человек произошел от общего предка, который жил в Африке 160 тысяч лет назад, так и каждый вид, живущий сегодня собаки, произошел от волков, живущих всего около 15 тысяч лет тому назад в Китае. Конечно же, частично этот эволюционный процесс был направляем, но он показывает, как быстро могут изменяться последовательности в ДНК. Я бы хотел, чтобы креационисты хотя бы однажды показали бы мне слой с ископаемыми, в котором был бы трилобит и гоминиды. Вы никогда не увидите трилобита с гоминидами. Креационисты скажут, во время потопа происходила гидродинамическая сортировка, и все тупые создания умерли внизу, а те, которые были умнее, лезли вверх по склону. Ни один умный трилобит не смог вылезти наверх с гоминидами. Ни одного трилобита не найти вместе с гоминидами, который смог бы это сделать. Конечно же, с эволюционной точки зрения, мы могли бы предположить, что это именно то, что вы могли бы найти. Это последовательные пласты с различными ископаемыми в пластах. И мы это находим. В любом случае, это тестируемая гипотеза. Это эксперимент, который вы могли бы провести. Потому вместо того, чтобы читать литературу, раздаваемую креационистами, пойдите и начните копать. Если вы найдете что-нибудь из того, что я описал выше, это были бы именно те доказательства, которые перевернули бы эволюционную теорию вверх ногами. Мы также видим гомологию, общее анатомическое сходство по отношению к общим предкам. Вы, наверное, видели эти общие черты между плавником кита и человеческой рукой. Общие черты наблюдаются даже между структурами кита и даже колибри. Если разум или Бог создал плавник кита, то почему он использовал структуру лап млекопитающих? Почему бы ему не создать его как плавник у рыбы? Плавник рыбы работает отлично. Почему морские жители плавают так, в то же время как рыба плавает вот так? Плавание как рыба более эффективно. Почему Бог создал водных млекопитающих, плавающих одним способом, а рыб – другим? Потому что, как бегают сухопутные млекопитающие, их позвоночник двигается таким образом. Остаточные структуры также говорят о многом. Например, мы обнаружили предковую змею с рудиментарными ногами. Почему у змеи есть рудиментарные ноги? И почему у змей сегодня, так же само, как и у китов, есть эти рудиментарные структуры? Эти структуры абсолютно бесполезны сегодня. У них нет никаких функций. Зачем разумный дизайнер создавал бы эти неуклюжие, исторически выглядящие штуки? Разве что креационист хочет сказать, что Бог или сатана тестирует нас, подкидывая всякие штучки, для того, чтобы увидеть, не собьет ли это с толку нас. В противном случае, это признак истории и эволюционных процессов, а не разумного дизайна. Потому фундаментальный вопрос, так как у меня осталось 2 минуты. Вселенная создана?
В 18 столетии, когда Дарвин учился, ответом было «да». Уильям Пейли говорил: «У часов должен быть часовщик». А что Дэвид Хьюм, отвечая на этот старый вопрос, говорил: «Нет, природа отображает бездумного дизайнера». Я думаю, что это не совсем правильно. Я думаю, что лучшим вопросом было бы, является ли Вселенная искусственно или естественно создана. До определенного момента можно увидеть дизайн. Но это исторический дизайн. Выглядит так, как будто бы все создано как-то без рук. Потому, отвечая на вопрос, откуда это все произошло, креационисты предлагают сверхъестественное объяснение. Вот здесь произошло чудо. Я думаю, что вам нужно быть более точным в шаге 2. Как в мультфильме Гарри Ларсона «Бог создает змею». Я, честно говоря, не вижу никакой разницы между аргументами креационистов и тем мультфильмом. Просто произошло чудо, и все. Ответ натурализма, конечно же, немножко отличается. Эволюция предка с небольшими модификациями. Мы видим последовательность, историческую последовательность. Дарвин не был последним. И в заключение, как мы получаем эти сложные структуры? О, мое время кончилось. Позвольте мне в конце прокомментировать еще кое-что. Если бы люди были созданы Богом или разумным дизайнером, то мы бы выглядели именно так. Однако, если бы люди были созданы эволюцией, то вот что мы бы увидели. И как вы знаете, парни, именно так и есть, к сожалению. Большое спасибо. Спасибо. Сейчас доктор Ховинд скажет свое вступительное слово, а затем будет время опровержений. 10 минут на опровержение для одного и для другого. Большое спасибо. Это честь быть снова здесь, в Калифорнии. Меня зовут Кент Ховинд, я преподавал науку в выпускных классах на протяжении 15 лет, и сейчас я путешествую и провожу семинары о сотворении и эволюции и динозаврах. Это не моя жена, это просто ее фотография. У меня трое детей, все они женаты, и собака уже умерла. Потому ура, я свободен от домашних забот. У меня есть двое внуков, и в любой момент их станет трое, и приблизительно через 5 месяцев родится четвертый. Потому мы собираем внуков. Я являюсь основателем Dinosaur Adventure Land в Пенсаколе, Флорида. Это научный центр, музей и парк развлечений, основанный на сотворении, а не эволюции. В первые 2 года после открытия у нас было 33 тысячи посетителей. У нас есть множество уроков, мы не против науки. Мы провели Creation Boot Camp в сентябре. Для того, чтобы научить людей тому, как быть хорошим креационистом и бороться с теми людьми, которые верят в эволюцию. Моими целями являются показать правду и указать на ошибку. Я не против какой-то конкретной теории. Я против лжи. Если у вас есть теория, прекрасно. Если вы будете использовать ложь для того, чтобы доказать ее, это не прекрасно. Мои цели — это укрепление веры христиан, привести потерянных Христу и привести Майкла Шермера к Христу. Он не враг. Он работает на врага, но он не враг. Давайте определимся с некоторыми терминами сегодня. Наука. Знание. Оно происходит от слова «знать». Знание, получаемое посредством наблюдения, экспериментирования, тестирования и так далее. Некоторые пытаются ограничить определение науки, как мы слышали сегодня, до естественного мира. Если это не происходит естественным образом, значит это не наука. Ладно, давайте последуем этой логике до конца. Процессы в мире могут быть поняты посредством научных исследований в самом мире. Но это не означает, что вы можете объяснить происхождение мира, смотря в сам мир. Пример. Работа компьютера может быть объяснена наукой. Все происходит внутри компьютера. Нет ничего магического в нем. Там не бегает маленький человечек и не меняет цифры на мониторе. Вы можете получить естественное объяснение того, как работает компьютер в нем самом. Однако не существует естественного объяснения происхождения компьютера внутри него самого. Вам нужно выйти за пределы компьютера.
Кто-то за пределами компьютера, кто-то больше, более умный, более великий, должен был построить компьютер. И просто из-за того, что вы таким образом можете объяснить действия машины, не означает, что вы можете объяснить ее происхождение также. Религия — совокупность верований касательно причины, природы и цели существования Вселенной. Я хочу объяснить несколько позиций сегодня. Я занимаю позицию, что Библия дословно правдива и научно верна во всех ее деталях. Земля была создана за 6 24-часовых дня, около 6 тысяч лет тому назад. Я называю свое служение Creation Science Evangelism и думаю, что научные доказательства поддерживают креационный взгляд. Хороший способ проверить научность теории – узнать, делает ли теория предсказания. Основываясь на идее, что Земля была создана за 6 дней, 6 тысяч лет тому назад, можно сделать определенные предсказания. В Библии ясно написано, что Бог создал Землю за 6 дней. Давайте сделаем несколько предсказаний. Я предсказываю, что Вселенная покажет примеры порядка и разумного дизайна. Я предсказываю, что будут тысячи, если не миллионы симбиотических отношений. Все растения и животные были созданы в течение нескольких дней, и существуют миллионы таких примеров, когда одно животное зависит от другого из-за чего-то. Симбиотические отношения, я думаю, не поддаются эволюционному объяснению. Я предсказываю, что будут ограничения вариаций, которые могли бы быть произведены формами жизни. В Библии написано, что они будут плодиться по роду их. Можно получить большую собаку или маленькую, или волка, или койота, но это будет тот же тип животного. Кто-то может назвать это новым видом, хорошо, но я не использую это слово. Это тот же самый сотворенный род. У вариаций есть ограничения. Любой фермер, который выращивает что угодно, от кукурузы до коров, скажет вам, существуют границы. Разнообразие, конечно, присутствует, но оно ограничено. У всего этого множества собак мог быть общий предок. Собака. Кстати, это не доказывает, что собака произошла из камня 4,6 миллиарда лет назад. Я предсказываю, что будет смысл жизни. Мы были созданы с какой-то целью. Я думаю, что знаю, что это за цель. Основываясь на данном предположении, мы можем предсказать, что будут существовать нематериальные ценности, такие как любовь, чувство справедливости, милосердие, врожденное чувство того, что правильно и неправильно, и абсолютная истина. Эти вещи нельзя потрогать, но они существуют. Я предсказываю, что будет возможность найти волю Создателя, как, например, через посланников от Него, или, возможно, даже книга, говорящая нам о том, как Он создал мир и для чего. Я предсказываю, что будет существовать жизнь после смерти, где мы встретимся с Создателем, чтобы дать отчет за все, что мы сказали, подумали или сделали. Это будет страшный день. Я верю, что Библия учит тому, что люди раньше жили по 900 лет. Это то, что говорит Библия. 912 лет – это средний возраст людей, живущих до потопа. Я верю в это. Какие предсказания мы можем сделать, основываясь на данном учении? Я предсказываю, что будут существовать легенды о сотворении в культурах по всему миру. Я предсказываю, что будут существовать легенды о Золотом веке, когда люди были долгожителями. И это интересно, что почти во всех древних культурах есть история о том, что они называют Золотой век, когда люди жили около тысячи лет. Я предсказываю, что будут найдены скелеты с признаками того, что люди жили долго, как, например, надбровные дуги и челюсти большого размера. Я предсказываю, что будут существовать биологические проблемы, такие как зубы мудрости у 40-50% населения, указывающие на то, что люди раньше были больше. А сейчас мы меньше, потому зубы мудрости не помещаются в челюсть. Я предсказываю, что на основе того, что мы являемся копией оригинала, то, скорее всего, у нас будут наблюдаться некоторые биологические проблемы этого поколения. Но это никак не влияет на оригинал. Генетический код Адама был копирован снова и снова, и поразительный сам факт того, что мы все еще можем сидеть здесь и говорить об этом. По-видимому, он был очень хорош в самом начале. Я предсказываю, что будет повсеместное стремление к тому, чтобы все было восстановлено, к тому, как было в Эдемском саду. И почти в каждой культуре есть какая-то легенда или история о рае, в которой вы попадете. Какая разница между тем, верите ли вы в сотворение или эволюцию? Если эволюция верна, то как мы определяем, что хорошо, что плохо? Где стандарт? Стоит ли нам определять, что хорошо, что плохо, на основе того, что думает об этом Осама бен Ладен? Стоит ли нам определять, что хорошо, что плохо, на основе того, что думает об этом Билл Клинтон? Стоит ли нам определять, что хорошо, что плохо, на основе того, что думает об этом большинство? Есть ли где-то стандарт? Как нам определить, что хорошо, что плохо, если верна эволюция? Если эволюция верна, то смерть перенесла человека в мир. И смерть — это хорошо. Смерть — это герой сценария. Видите ли, для того, чтобы эволюция имела место, то одно животное должно эволюционировать немножко дальше, и все другие должны умереть, иначе этот новый улучшенный ген будет потерян в популяции и ничего не произойдет. Смерть – это главный герой сценария для эволюции. Библия ясно учит, что человек принес смерть в мир. Как одним человеком вошла смерть в мир? Библия говорит о том, что человек уничтожил Божье творение. Я читаю Библию, и там написано о потопе, который полностью уничтожил Землю. Всемирный потоп. Это произошло 4400 лет назад, и он понизил цену на Землю до нуля. Основываясь на вере в это, я могу сделать несколько предсказаний. Я предсказываю, что будут существовать сотни слоев различных горных пород, глины, иногда слои будут достигать длиной в целый континент.
Я предсказываю, что в этих слоях будут найдены миллиарды ископаемых, включая уголь и нефть. Я предсказываю, что будут обнаружены огромные каньоны и дельты, показывающие доказательства быстрой эрозии из-за того, что произошел потоп. Я предсказываю, что будут найдены легенды об этом всемирном потопе по всему миру. И так и есть. Было обнаружено около 300 легенд о потопе, найденных по всему миру. Я предсказываю, что будут найдены окаменевшие деревья вертикальной позиции, пронизывающие множество слоев. Так и есть. Их находят тысячами. И есть люди, которые пытаются учить нас, что эти слои представляют собой разные эпохи. Могли бы вы мне сказать, как в таком случае объяснить такое окаменевшее дерево, соединяющее все эти слои? Я не знаю, как долго мертвые деревья могут простоять здесь, в Калифорнии, но во Флориде деревья стоят 5-6 лет. Если вы увидите дерево, стоящее на протяжении миллионов лет, пока слои будут формироваться вокруг него, то я бы хотел увидеть это. У любого человека какие-то проблемы с мышлением, если он говорит, что эти слои формировались на протяжении миллионов лет. Я люблю науку, и я не против науки. И я сопротивляюсь попыткам людей приписать эволюцию к науке. Эволюция не является частью науки. Эволюция — это религия. Она смешана с наукой, я это понимаю, но это не делает ее частью науки. Пиво обычно продается на футбольных играх, и оно не имеет ничего общего с футболом. Пиво не становится спортивным только из-за того, что его объединяют с футболом. Также эволюция не становится наукой только потому, что она смешана с наукой в учебнике. Эволюция — это религия. Давайте определимся с терминами. У слова «эволюция» есть 6 разных значений. Сначала должна была быть космическая эволюция, происхождение времени, пространства и материи. Во-вторых, должна быть химическая эволюция. Большой взрыв произвел водород. Хорошо, как тогда появились все остальные элементы? Вы хотите, чтобы я поверил, что уран эволюционировал из водорода? Они скажут: «О да, в звездах происходит синтез». Что ж, у вас есть теперь две проблемы. Первая – нельзя синтезировать после образования железа. Вторая – у вас есть проблема курицы и яйца. Что появилось первое – звезды или элементы? Звезды создали элементы, из которых они же и состоят. Что появилось первым? У них настоящая проблема курицы и яйца, когда мы говорим о химической эволюции. В-третьих, должна быть звездная эволюция. Звезды должны эволюционировать. Мы не видим формирования звезд. Однако мы видим, как звезды взрываются. Это называется сверхновая звезда. Там огромное множество звезд, о которых нам известно. По недавним оценкам, мы видим 11 секстиллионов звезд, что значит, что на каждого приходится 11 триллионов. Это те, о которых мы знаем. Мы не знаем о тех, о которых мы не знаем. В-четвертых, должна быть органическая эволюция, появление жизни. Каким-то образом жизнь появилась из неживой материи. Эволюционисты отстают от научных открытий на 200 лет. Они все еще верят, что неживая материя может самозародиться. Это было опровергнуто несколько сот лет назад Франческо Редди и Луи Пастером. Если вы хотите в это верить, хорошо, мне все равно, во что вы верите, но не называйте это наукой. Они говорят: «Я прочитал книгу Майкла Шермера, и они делают эти все эксперименты». Вы можете делать какие угодно эксперименты, но пока этого не было сделано. Никто не создал жизнь. И если группа умных людей соберется вместе и создаст жизнь, то это докажет, что требуется интеллект для того, чтобы создать жизнь. Пятое будет так называемая макроэволюция. Это когда животные меняются из одного типа в другой. Если вы хотите верить, что собака произошла из не собаки, то вы можете верить во что угодно, но, во-первых, не называйте это наукой. Во-вторых, не заставляйте меня платить за то, чтобы этому, как науке, учили детей в школе. Это ваша религия, учите этому в частных школах за ваши деньги. Шестая. Микроэволюция. Я протестую против этого термина, я думаю, что это неподходящий термин, но они используют его, потому я объясню. Микроэволюция – это вариации внутри типа животных. Большие собаки, маленькие собаки, ровная шерсть, кучерявая шерсть. Я согласен, это происходит. Первые пять полностью религиозны. Никто никогда не наблюдал ни одной из них. Потому, когда я буду говорить об эволюции сегодня, то я не имею в виду вариации внутри одного типа. То есть о видообразовании. Я не говорю об этом. Я не знаю, кто решает, когда это новый вид, а когда нет. Кто-то решил, что собака, волк и койот — это разные виды. Но пятилетний ребенок знает, что это тот же тип животного. Лошадь и зебра — разные виды. Но они все так же тот же самый тип животного. Исходя из эволюционной теории, 20 миллиардов лет назад или когда-то там давно в прошлом был большой взрыв, когда ничто взорвалось, и затем 4-6 миллиардов лет назад Земля остыла, после чего дождь поливал скалы на протяжении миллионов лет и превратил их в суп. И суп ожил 3 миллиарда лет тому назад. Это то, чему учат учебники. 18-20 миллиардов лет тому назад – большой взрыв. 4-6 миллиардов лет назад Земля остыла. Каменистая поверхность появилась вследствие остывания планеты. Это то, чему все учебники учат. Затем, когда Земля формировалась, ее поверхность была горячей с большими бассейнами кипящей лавы, но она медленно остыла. И затем мальчики и девочки миллионы лет проливных дождей создали великие океаны. Однако водовороты вод в океанах представляют из себя кипящий суп со сложными химическими элементами. Процесс от сложного химического супа до живого организма очень медленный. Конечно, медленный. Такой медленный, что он еще не начался.
Вот насколько он медленный. Первые самовоспроизводящиеся системы, должно быть, возникли в этом органическом супе. Потому, исходя из их теории, 20 миллионов лет назад большой взрыв. 4-6 миллиарда лет назад Земля охладилась, и дождь поливал скалы на протяжении миллионов лет и превратил их в суп. И суп ожил 3 миллиарда лет тому назад, потому вот это дедушка. Несомненно, что существует большое количество собак в мире. Вопрос в том, правда ли, что эти вариации, которые мы видим, говорят нам о том, что доступно бесконечное количество вариаций. Нет. Я не думаю, что собаки произошли из камня 4-6 миллиарда лет тому назад. Потому первые 5 уровней эволюции — религия, номер 6 — наука. Но они пытаются перескочить через первые 4 все время. Я вижу, как это происходит в учебниках. Эволюция, первые 5 определений, я думаю, тупейшая и опасная идея в истории человечества. Она не происходила, и доказательств ее тоже нет. Эволюция приводит прямо к Гитлеру, Сталину, Полпоту, абортам, коммунизму, марксизму, отвержению логики и в ад, если ты не веришь во Христа. Майкл Шермер, редактор журнала «Скептик», абсолютно правильно делает, будучи скептичным по отношению к некоторым глупым вещам, в которые люди верят. Есть очень странные люди в этом мире, и в Калифорнии тоже есть. Они верят в странные вещи. И я думаю, что то, что он делает, разоблачая нелогичные вещи, которым люди учат, замечательно. Я бы хотел, чтобы он использовал ту же самую логику по отношению к его теории эволюции. Он скептичен по отношению ко всему, кроме теории эволюции. По какой-то причине он не скептичен по отношению к ней, этого я не могу понять. Давайте разберемся с определениями некоторых терминов. В журнале «Скептик», в статье, которая была написана Майклом Шермером, в 2003 году, «Брайтс, выходите из чулана». Как многим из вас известно, если вам известно, то существует движение, которое хочет ввести в наш культурный лексикон новый мем. Вместо того, чтобы назвать нас эволюционистов неверными, еретиками, скептиками, гуманистами, на конференции Атеистического международного альянса в апреле во Флориде предложили ввести новую идею. Брайтс. Мы Брайтс. И затем он подает иллюстрацию того, как геи выбрали слово «гей» для того, чтобы люди не называли их чудаками, педиками или чем-то подобным. И теперь они говорят, что этот термин лучше, и у них теперь есть политическое облако из-за менее агрессивного термина. Кто такой Брайт? Он говорит, Брайт — это человек, чье мировоззрение натуралистическое. Он говорит, Брайтс — это хорошее слово, я имею в виду веселое, живое, показывающее способность к мышлению и познанию. Это хорошо. Но теперь я официально принадлежу к другому чулану, по определению. Ладно. Раньше людей называли Homo sapiens, но в самых последних книгах они называют нас Homo sapiens sapiens. Слово sapiens означает «мудрый». Мы мудрый, мудрый человек. Мы Брайтс. Что ж, в Библии написано, называя себя мудрыми, обезумели. И если вы думаете, что ваш прапрапрапрадедушка был камнем, то я думаю, что вы безумец, но мы здесь для того, чтобы помочь вам. Давайте определимся с терминами. Тупой. Умственно отсталый. Дурацкий. Глупый. Тупая идея. Эволюция даже не является хорошей теорией. Это тупая идея. Люди могут верить во что им хочется, но это глупо и нечестно, а также должно быть нелегально, когда налогоплательщики поддерживают эту единственную религию в наших школах. И эволюция — это не что иное, как религия. В своем журнале он пишет, «Моей главной целью было понять Гиша и креационистов для того, чтобы я мог разобраться с тем, как они могут отвергать хорошо подтвержденную теорию под названием эволюция». Майкл, мы не отвергаем науку, мы отвергаем идею того, что ты растягиваешь наблюдаемые нами вариации собак до идеи о том, что собака произошла из камня. Мы не отвергаем науку, и эволюция — это нехорошо подтвержденная теория. Тебе стоит определиться с тем, о чем ты говоришь. Я не антиэволюционист, либо отрицающий эволюцию, как он говорит об этом в своей книге неоднократно. Я за правду и против ошибки. Если доказательства теории существуют, покажите мне их. Но не используйте ложь в поддержку своей теории. И, кстати, Кент Повалийский, Брайт. В Техасе есть закон, требующий, чтобы учебники содержали правдивую информацию, как и во Флориде, и в Висконсине, и в Алабаме, и в Калифорнии. Факты, предоставленные в учебниках, должны быть точны. Это все, чего я хочу. Правдивости в учебнике. Миннесота. Преподаватель не должен намеренно умалчивать, либо искажать предмет. Эволюция — это умирающая религия, выживающая только за счет налогоплательщика. Она не происходила. Эволюция полностью антинаучна. Не существует ни йоты настоящих доказательств, поддерживающих ее, кроме постоянно повторяемой лжи. Если у вас есть доказательства эволюции, то я и вправду хотел бы увидеть их. Но я уверен, что доктор Шермер знает, что то, о чем он говорил за последние 25 минут, это ложь. Это было опровергнуто много лет назад. Идея о рудиментарных органах?
Вот доказательства, которые они используют для эволюции. Этот автор говорит, эволюция — это факт, а не теория. Это мантра, и они повторяют это снова и снова. И вскоре студенты начинают верить в это. О, это факт, я слышал об этом. Я слышал об этом в школе снова и снова. Это должно быть правда. Во-первых, что вы имеете в виду под эволюцией? Если вы имеете в виду, что мы все произошли из камня, то нет, это не факт. Если вы имеете в виду, что у собаки и волка был общий предок, то я бы согласился с этим. Это было бы фактом. Вот почему нужно определиться с термином. Представьте, если бы у меня была теория о том, что Луна состоит из зеленого сыра. Это тупая теория, но, к счастью, нет закона, запрещающего тупые теории. Но затем я бы сказал, что НАСА доказали это, когда они высадились на Луну во время своей секретной миссии в 1973 году. Видите ли, это ничего, если у вас тупая теория, но это неправильно лгать о доказательствах, просто для того, чтобы люди поверили в нее. И я думаю, что это еще более неправильно, тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы платить мне, когда я лгу. Однако это именно то, что происходит в этом университете. Он говорит, ископаемые доказывают эволюцию. Я слышал это несколько раз, когда доктор Шермер говорил. А теперь остановитесь и подумайте об этом. Никакие ископаемые. Никакие не могут быть использованы как доказательства эволюции. Вы не можете доказать, что у этих костей были дети. И он говорит о рядах за рядами этих моллюсков в Гарварде. Ни один из них не показывает эволюцию. Все, что они показывают, ряды за рядами мертвых животных, доказывая всемирный потоп в одни Ноя. Эволюция основана на двух ложных предположениях. Первое, мутации могут создать что-то новое и лучшее. Второе, естественный отбор приведет к тому, что оно выживет и захватит популяцию. Кстати, эволюция — это религия смерти. Именно так все развивается. Живые организмы должны умирать. Это правда, что мутации происходят, но они не приводят к эволюции. Дарвин сказал, поистине изумителен тот факт, что все животные и все растения во все времена и повсюду должны быть родственны друг другу. Дарвин наблюдал 14 видов зябликов на Галапагосских островах, и он пришел к правильному выводу, что у них у всех есть общий предок. И это птица. Но затем он пришел к неправильному выводу, что этого достаточно для того, чтобы доказать, что птицы родственны бананам. О чем он и говорит в своей книге здесь, и чему доктор Шермер верит, и некоторые из вас верят. Если вы хотите верить тому, что птицы родственны бананам, хорошо, мне все равно, во что вы верите. Но не называйте это наукой. Признайте, что это ваша религия, и пойдите создайте себе частную школу и учите других людей, которые хотят прийти и учить это. Нет никакого доказательства, что один тип животного родственен другому типу. Мутации не приводят ни к какому виду эволюции. Любой, кто изучает эту тему, скажет вам это. Мутации смешивают информацию, которая уже существует. Вот бык с пятью ногами. Никакой новой информации не добавилось. Коротконогие овцы, никакой новой информации не добавлено. Это потеря информации. Вот двуголовая черепаха, это мутант. Это не ниндзя, но это мутант. Он замерзнет в первую зиму, потому что никто не делает свитер с двойной шеей. Смешивание уже существующего генетического кода не даст вам ничего совершенно нового. Смешивание информации – это все, что делают мутации. В этом учебнике написано, у обычной мухи два крыла, у этого мутанта их четыре. Это редкая мутация, как и большинство мутаций, вредна. Смотрите, что написано дальше. Положительные мутации являются сырьем для естественного отбора. Извините? Почему они не дают примеры положительной мутации? Почему они показывают нам плохую мутацию, и таких мутаций происходит миллионы ежедневно, но говорят нам, что положительное – это то, как все работает? Покажите мне положительную. Вы знаете, почему они не показывают нам положительную мутацию? Никто никогда не видел такой. Кто-то сказал, «О, да, люди, живущие в Африке, заболевая серповидно-клеточной анемией, становятся менее подвержены заболеванию малярией». Ну, это замечательно. Это как сказать, что если ты отрежешь себе ноги, то никогда не заболеешь стопой атлета. Обе, анемия и малярия, негативны. Вы думаете, что этот процесс превратит камень в человека за 4,5 миллиарда лет? Они постоянно используют этот пример. Если вы думаете, что он сделает это, то я восхищен вашей верой. Я не восхищен вашим интеллектом, но восхищен вашей верой. Естественный отбор отбирает, он не создает ничего. Это процесс селекции. Креационисты подумали об этом первыми. Естественный отбор – это не созидающая сила, и она не может ничего создать. Если бы вы работали на фабрике, которая создает машины, и вашей задачей было бы выбрать хороший продукт и пропустить дальше, а плохой продукт убрать и исправить, то сколько времени вам потребовалось бы на то, чтобы этот селекционный процесс выбора хороших машин превратил машину в самолет? Этого никогда бы не произошло. Видите ли, естественный отбор никогда не изменит одно животное в другое. Он наблюдает за тем, чтобы у вас были хорошие виды, чего бы то ни было, коров или кукурузы. Вы можете получить маленькую собаку и большую собаку, но это будет собака каждый раз. И пятилетние дети, когда я провожу тест, почти всегда понимают это. Я говорю, вот у нас есть собака, волк, койот и банан, который из них не такой, как другие. Банан. В Библии написано, что они будут плодиться и размножаться по роду их, не по виду их,
И это все, что мы наблюдаем. Вариации существуют, но у них есть ограничения. Фермеры пытаются получить все больше свиней уже довольно давно, но они никогда не вырастят свинью размером с Техас. Тараканы могут стать стойкими к отраве, но они никогда не станут стойкими к молотку. Растения и животные всегда плодятся по своему роду. Никакой новой информации не создано. Вместо этого все время смешивают уже существующую информацию. Это все, что мы наблюдаем. Наука — это то, что мы можем видеть, изучать и тестировать. Если вы хотите верить, это нормально. Мне все равно, во что вы верите. Но это не наука. Никакой новой информации не было добавлено. Генетический код нового вида всегда более ограничен. Они могут взять свору собак и выбрать генетический код для того, чтобы получить маленькую или большую собаку. В первичном генкоде содержится большое разнообразие. Вы можете выбрать часть генетического кода и получить конкретную черту, которую захочешь. Например, длинные перья на хвосте у птицы. Она не сможет больше летать, но вы получаете очень длинные хвостовые перья. Замечательно. Но вы не создали ничего. Вы выбрали часть генетического кода, который уже существовал. Кто-то продолжал скрещивать собак до тех пор, пока у него не получилось чихуахуа. Столько времени и денег для того, чтобы получить собаку, которая бесполезна на все 100%. Сколько времени чихуахуа продержалась бы в реальном мире? Ага, давай, сделай ему день. Генетическая информация потеряна, а не добавлена. Настоящая эволюция требовала бы увеличения генетической сложности. Вам нужно взять генетический код камня, то есть ничего, и развить его до каждого живущего существа на Земле сегодня. Они еще говорят об эффекте бутылочного горлышка. Посмотрите как-нибудь на гены камня. Существует множество видов кукурузы, и у нее, наверное, был общий предок – кукуруза. У вас никогда не будет хомяка, помидора или кита, растущего из кукурузного куста. Существует множество разновидностей. Они называют это дивергенционной эволюцией. Это не дивергенционная эволюция. Они показывают детям 5 видов собак и говорят, видите, это дивергенционная эволюция. Нет, это разновидности собак. Это доказательство того, что говорит Библия. Они будут размножаться по роду их. Существует огромное количество лошадей, от больших до маленьких. Самая маленькая лошадь в мире посещала наш музей. Я думаю, что моей внучке нравится ездить на ней. Они скрещивают лошадей, получают зинки, зебрапони, зидонки, зионы и шибры. Они их всех скрещивают, потому что это один и тот же тип животного. Вот стадо зеброидов бегает. Потому это бесспорно, что большое количество вариаций доступно. Вопрос в том, может ли это продолжиться дальше. Если доктор Шермер хочет верить, что эти вариации, которые мы наблюдаем, что является наукой само по себе, могут быть растянуты или экстраполированы, чтобы означать бесконечные вариации, то он может в это верить. Но в этот момент он покинул науку. Почему он не скептичен к своей собственной вере, я не понимаю. Но теперь сфокусируйся на своей собственной вере, Майк. Я хочу помочь тебе, и именно поэтому я здесь. Спасибо. Я получил уведомление о том, что некоторые люди ведут себя неподобающе. Давайте уважать наших соседей и наслаждаться дебатами. У доктора Шермера есть 10 минут для того, чтобы ответить доктору Ховинду. Вау! Ты единственный человек, которого я знаю, способный вместить двухчасовую лекцию в 25 минут. Неплохо. Не нужно мне было пить пиво перед этим. Но я хорошо провожу время. Это он начал про пиво, я тут ни при чем. Вначале Кент Ховин сказал, что его цель пребывания здесь – это привести неверующих и меня к Христу. И даже сделал слайд для этого. Спасибо, впечатляет. И главное, он написал мое имя правильно. Я был в Северной Дакоте 2 дня тому назад, и кто-то раздавал литературу о том, почему людям не стоит верить моим лекциям. И он сказал, «Майкл Шерман будет говорить вам то, во что вам не стоит верить». Я сказал, «Окей, где этот парень?» В общем, правильно будет Шермер. Вообще-то я когда-то был евангелистом, рожденным свыше верующим. Я принял Христа в 1971 году и поступил в университет Пеппердайн, чтобы разобраться в теологии. Я принимал это все очень серьезно. Я был правдивым верующим. И по словам «евангелист» я имею в виду то, что мы евангелизировали. Мы ходили по домам. Это был настоящий Амвей с Библиями. Мы продавали Бога. Такое можно дать определение христианину-евангелисту. Мы ходили от порога к порогу и говорили людям обо всем этом. И, короче говоря, я написал об этом всем в своей книге. Я понял, получая степень магистра по теологии, что тебе нужно изучать греческий, еврейский и арамейский, а я еле справлялся с испанским языком.
И я сообразил, что нужно менять свое направление обучения. Тогда я решил переключиться на науки, потому что мне хорошо давалась математика и другие науки. После я обнаружил, что ответы не конечны, они предварительны. Они предварительно правильные. Это то, что мы знаем сейчас. Более того, это может меняться, и это нормально. Это действительно нормально. Более того, это хорошо, и самое лучшее в этом то, что мы можем поучаствовать в процессе, и я подумал, «Вау, это интересно! Я должен думать сам! Я должен попробовать найти ответы самостоятельно! Ответы, которые не написаны где-то, кем-то, но я должен обдумать их сам!» Для меня религия — это наиболее личное из всего. Это было намного более ярко, необычно и духовно, чем что-либо, что у меня было за те 7 лет, в которые я был рожденным свыше христианином. Даже в последнее время я посещал храм во Франции, и это одно из наиболее духовных мест на Земле, которые вы могли бы посетить. Но для меня стоять и смотреть в 250-сантиметровый телескоп, находясь на Маунт-Вилсон, также духовно, если не более. Однако о науке. Наука — не религия. Изобретения могут быть воспринимаемы в духовном смысле. Потому я на самом деле не вижу никакого конфликта. Тут вам не нужно выбирать что-то одно. Говоря о том, что делает религия, можно сказать, что религия не делает тех вещей, которые делает наука в большинстве своем. И опять же, если вдруг получится так, что каждый ученый на планете поверит в Бога, станет евангелистом, то это не изменит того, чем ученые будут заниматься. Заниматься наукой. Им придется идти на работу и заниматься наукой. Наука не имеет ничего общего с религией. Еще, о некоторых прозвучавших утверждениях тут, доктор Ховин спросил о моем мнении о жизни после смерти. Ну, я за. Правда. Я надеюсь, что так и есть. И если она существует, то я надеюсь, что я там буду. А вы разве нет? Правда? Это было бы замечательно. Но то, что я хочу, и то, что есть на самом деле, это две разные вещи. И в этом проблема с религиозной верой. Вы не знаете, так ли это на самом деле. Возможно, что это правда для вас, психологически, что хорошо во многих случаях, но это не наука. Таких вещей много. Политика. Также множество социальных мнений относятся сюда же. Но это не наука. Это что-то совсем другое. Кент сказал, что Библия правдива дословно. Правда? В первой главе Бытия Адам и Ева созданы одновременно. А во второй главе сначала создан Адам, а потом еще что-то происходит. Он называет животных. Ему становится немножко одиноко. Он говорит Богу, «Мне нужен компаньон». Бог говорит, хорошо, и берет то ребро. И вот вам компаньон. В общем, конечно же, Библия не дословно правдива. У нас тут две истории создания мира. Они не могут быть дословно правдивы. И, конечно же, думающие теологи скажут, ну ясно, что они не дословно правдивы. Это два разных объяснения того же самого происшествия. Я согласен, но они не дословно правдивы. Кент упомянул о добре и зле, морали, и спросил, где стандарты для понятий «хорошо» и «плохо»? Если эволюция правдива и Бога нет, откуда мы берем эти понятия? Но если мы должны понимать Библию дословно, то вы слышали, что написано в книге Левит и Второзаконии о гомосексуализме, которая является горячей темой сегодняшних дней, где написано, «Мужчина не должен ложиться с другим мужчиной». Но дословно, если мы примем Библию нашим источником морали, то как насчет следующей главы, где написано, что непослушные дети должны быть побиты камнями? О, ну мы не исполняем этого сегодня. Мы более просвещенные, правда? Я думал, что Библия правдива дословно. Я думал, что вся она правдива. А как насчет следующей главы, где написано, что когда женщина выходит замуж и не показывает признаки своей девственности на следующее утро после первой брачной ночи, то ее должны побить камнями. Это там, и вы не поверите, какие там вещи еще есть. Если вы почитаете Ветхий Завет, то вы подумаете, «Вау, это поражает!» Это написано в Библии? Да, написано. Если вы дословно воспринимаете Библию, то что вы делаете со всеми этими вещами? Конечно, существуют мифы и легенды о потопе со всего мира, некоторые из них похожи, потому что, оказывается, они есть у всех народов, которые живут на частях суши, где часто наводнения. У народов, живущих там, где нет наводнений, нет и легенд о потопе. Это определяется географическим расположением.
Кент сказал, что эволюция – это религия. Но если эволюция – это религия, то все это религия и ничто не религия. Религия, как слово, должно означать что-то. В случае, когда вы говорите, что эволюция – это религия, то это бессмыслица. Эволюция – это не мировоззрение, в смысле предложения морали и смысла жизни. Вы, как человек, занимающий научную позицию, как и я, можете создать себе свои собственные цели в жизни и открыть свои понимания того, что хорошо или плохо, разными способами. Я написал книгу об этом под названием «Наука добра и зла». Сама по себе эволюционная наука не имеет ничего общего с этим. Люди, которые изучают эволюционную биологию, не изучают мораль и теологию, и Бога, и цели жизни, когда они занимаются наукой. Это две разные вещи. 39% ученых в Америке верят в Бога. Как они могут верить, если, по его словам, они не могут? Но они это делают. Как? Потому что это две разные вещи. Вопросы большого взрыва и космической эволюции – серьезные темы. Есть много данных, очень много данных, подтверждающих большой взрыв. Когда я учился в колледже, то теория эволюции не была еще воспринимаема учеными. Был такой себе жребий между большим взрывом и устойчивым равновесием. И в конце концов мы получили так много данных по этому вопросу, что практически не осталось тех, кто бы поддерживал теорию устойчивого равновесия. Сейчас практически все поддерживают большой взрыв. И не из-за того, что они должны, иначе в противном случае им придется стать верующими. Это вообще не имеет ничего общего с религией. Они об этом говорят, потому что есть множество данных, подтверждающих данную теорию, смывших всех скептиков, говорящих, что они не верят в большой взрыв. В конце концов, они поверили в теорию большого взрыва и стали так называемыми верующими в большой взрыв, просто из-за того, что так много доказательств, подтверждающих теорию. Меня всегда забавляет, когда креационисты говорят, что эволюция ведет к коммунизму, абортам, атеизму, сексу, наркотикам, рок-н-роллу, насилию, грязи и так далее. Я вас уверяю, что если вы вообще изучаете историю, то задолго до Дарвина люди были жестоки друг к другу. Были войны и насилие, и воровство, и так далее, и тому подобное. Нет ничего необычного в том, что люди делали плохие вещи друг другу, и это то, что мы делаем, это часть нашей природы. Мы также добры друг с другом, но это ничего не имеет общего с конкретной теорией. И этому учат в наших школах. Ну, это скорее политический вопрос. Должны ли быть государственные школы, или все должны быть частные, или чему должны учить? То, чему учат, это то, что принято экспертами. Эксперты принимают теорию эволюции просто из-за огромного количества доказательств. Насчет Брайтс, я не называю себя Брайт. По большей части из-за того, что в данном случае, если вы не Брайт, что значит яркий, то вы тусклый. Ну, это его определение, о котором он говорил. Библия говорит нам, что неверующие люди – безумцы. Я так понимаю, что ты называешь меня безумцем? Ну хорошо, если ты так считаешь, ладно. Заканчивая, скажу насчет увеличения информации в геноме. Есть поразительно много примеров дупликации генов, хромосомных аберраций, которые приводят к увеличению сложности среди различных организмов. И я скажу вам об этом в мои последние 4 минуты. Спасибо. Теперь доктор Ховинд даст 10-минутный ответ к вступительной речи доктора Шермера. Я бы хотел прокомментировать несколько вещей, которые были сказаны им. Он говорил о доказательствах эволюции из гомологии, рудиментов, плохой дизайн человеческого глаза. Я не уверен, что мне удастся ответить на все это сейчас. Но если вы приобретете мои видеосеминары на веб-сайте drdino.com и посмотрите полностью их все, то получите ответы на вопросы. В этой книге написано, что аппендикс – это рудиментарный орган. Это абсурд. Это ложь. Аппендикс не является рудиментом. Вам нужен ваш аппендикс, так как он является частью вашей иммунной системы. Это правда, что вы можете жить без него. Вы также можете жить без рук, ног и глаз, но это не доказывает, что они вам не нужны.
Если ваш аппендикс будет удален, то у вас есть больше шансов получить некоторые заболевания, и что-то другое в иммунной системе должно работать усерднее. Потеряв палец, вы не потеряете способность брать вещи, но остальным четырем нужно будет работать больше. Если вам кто-то скажет, что аппендикс является рудиментарным, то они либо не знают анатомию, либо лгут вам, но это неправда. В этом учебнике написано, что у китайца рудиментарный таз, и он также использовал это доказательство. Подождите минутку. National Center for Science Education, оплаченный грантом Эндрю Карнеги, так как он был поклонником эволюционной теории. Они все отказались от дебатов со мной 2 недели назад, когда я был в Беркли. Они учат людей, что коровы эволюционировали в китов. Вот их доказательства. У китов есть рудиментарный таз и бедренная кость, которые не выполняют никаких функций. Кости задних конечностей, у которых нет функции, написано в книге. Только представьте, как киты ходят вокруг вас. Это правда. Вот кости, о которых они говорят. Вы можете увидеть их в музее Лос-Анджелеса. Это те кости. Да, только представьте ходящего кита. В этой книге написано, китовый таз находится далеко от позвонков и не выполняет никаких функций. Таз кита – это доказательство эволюции от четвероногих наземных млекопитающих. Это ложь. Те кости – это опорные точки, к которым присоединены особые мышцы. И без этих особых костей и особых мышц киты не могут размножаться. У самца и самки различные кости в этом месте, являющиеся опорой для разных мышц, выполняющих разные функции, не имеющих ничего общего с хождением по земле, но служащих им для создания детенышей. Потому люди, пишущие это в учебниках, либо не знают анатомии китов, либо лгут, пытаясь протолкнуть свою теорию. Я надеюсь, что это не знание, это мы можем исправить. Если же они лгут, то им нужно найти другую работу, собирать персики или менять подгузники. Они не должны получать налоговые доллары, обманывая детей. Эти кости напоминают кости других млекопитающих. Они слабо развиты и не выполняют никакую функцию. И это учебник по биологии колледжа. Автор должен быть уволен. Он не знает анатомию кита. Они учат этому всему так, как будто это факт. Это обучение или индоктринация молодого поколения в университетах. Они говорят об амбулоцете. Нарисовано здесь. В основном это воображение. Кости, выделенные темным цветом, это те, которые были найдены. Амбулоцет – это не потерянное звено. Это просто несколько фрагментов кости. Биджей Стелл написал, «Базилозавры не являются переходной формой. Археоцеты ни в коем случае не могли быть предками ни одних из живущих сегодня китов. Пакицет показан здесь. Все, что они нашли, один кусок черепа, маленький кусочек челюсти и несколько зубов. Этого достаточно для того, чтобы сказать, что это был кит. Вы, наверное, шутите. И вот вам журнал «Скептик». Почему вы не скептичны по отношению к подобным утверждениям? Тазовых костей найдено не было, и о хвосте известно мало, но авторы уверены, что стопы были огромного размера. Амбулоцет представляет собой переходную форму. Это чистейшая пропаганда. Мы можем весь день говорить об анатомии кита. Он упоминал о змее. У меня была кожа питона длиной 15,5 футов. В моем музее в Пенсаколе, Флорида. Если вы посмотрите на правую сторону питона, то вы увидите эти маленькие коготки. К ним присоединены маленькие кости внутри тела змеи. Это факт, они у них есть. В этой книге написано, что это рудиментарные задние ноги питона. Он говорил об этом ранее, что тазовый пояс змеи – это доказательство эволюции. Послушайте. Эти маленькие коготки и косточки не имеют ничего общего с хождением по земле. Змеи используют эти коготки для спаривания. У них ведь нет рук, так? И они не могут разговаривать. Они не могут сказать «сладкое, повернись, пожалуйста». Это не имеет ничего общего с хождением по земле. Потому люди, говорящие, что у змеи есть рудиментарные ноги, либо не знают анатомию змеи, либо лгут, пытаясь протолкнуть свою теорию. Но это неправда. Они используют эти кости и маленькие мышцы. В этом учебнике написано, у человека есть копчик, который не выполняет никаких функций. Там написано, рудиментарный копчик у человека гомологичен по отношению к функционирующему хвосту у приматов. Таким образом, рудиментарные структуры могут быть использованы как доказательство эволюции. Вы можете промотать видео обратно и послушать. Это то, что он сказал в своих вступительных комментариях. Ваша честь, я бы хотел указать на то, что рудиментарные органы – это потеря чего-то, а не приобретение. Как это может быть доказательством эволюции? Как это появилось? Копчик – не рудимент. Один парень в Беркли сказал мне, что копчик – это рудимент. Я сказал, ладно, я преподавал биологию и анатомию, мне известно, что есть 9 маленьких мышц, присоединенных к копчику, без которых вы не можете выполнять некоторые важные функции. Я не скажу вам, что это за функции, но поверьте мне, вам нужны эти мускулы. Изучите анатомию. Если вы верите, что копчик – это рудимент, то я заплачу за то, чтобы ваш был удален. Хорошо? Поворачиваемся.
В этом учебнике написано, копчик – это маленькая кость, расположенная в конце человеческого позвоночника. У нее нет никаких функций, и она считается остаточной костью от длинного хвоста, принадлежащего предку, жившему на деревьях. Либо эти авторы не знают анатомию, либо они лгут. Я не вижу других вариантов. Если вам известен другой вариант, то, пожалуйста, дайте мне знать. Но это неправда, что они рудиментарны. И даже если они были рудиментарными структурами, то это противоположно тому, что нужно эволюции. Он говорил о плохом дизайне глаза человека, потому что его палочки и колбочки находятся впереди кровеносных сосудов. Все дело в том, что мы живем на воздухе. Воздух является плохой защитой от ультрафиолетового излучения. Последняя защита вашего глаза от ультрафиолетового излучения – это кровеносные сосуды, расположенные впереди сетчатки для того, чтобы защищать палочки и колбочки от него. Один атеист, с которым я проводил дебаты в Нью-Йорке, сказал, «У осьминога глаза намного лучше, потому что их кровеносные сосуды находятся за сетчаткой. Наши же присоединены наоборот. Это плохой дизайн». Я сказал, «Сэр, осьминог живет в воде». Вода блокирует ультрафиолетовое излучение. Им не нужно, чтобы их кровеносные сосуды были впереди. Если вы хотите обменяться глазами с осьминогом, пожалуйста. Но вы ослепнете через несколько дней. Мы созданы для жизни в воздухе, а они созданы для жизни в воде. И я думаю, что глаз поразительно создан. В 51 год мои немного тускнеют, но это ожидаемо. Это пример того, что мы были намного лучше, и все разрушается. Это второй закон термодинамики. Вещи распадаются. Он упоминал то, что когда он окончил высшую школу, то у него была возможность думать самому. По-моему, это подразумевает то, что если ты не веришь в эволюцию, то ты не думаешь. Я не согласен с этим, потому что я много думаю, и я наслаждаюсь мыслительным процессом. Мне нравится наука. Я думаю, что вам внушают, вам говорят, во что верить в таких институтах. Вам на самом деле не дают возможность думать. Представьте, если бы 10 лет тому назад в Советском Союзе, откуда моя невестка родом, учитель встал и сказал, «Студенты, я больше не верю в коммунизм. Капитализм является лучшей системой». Что бы произошло? Этот учитель бросал бы снег в Сибири, в случае, если бы он остался жив, конечно же. И если учитель встанет в этом университете завтра или в понедельник и скажет, «Дети, я больше не верю в эволюцию. Я думаю, что сотворение верно, то они окажутся в академической Сибири». Есть сотни примеров, когда преподавателей увольняли. Они теряли работу, правительственные гранты, только из-за того, что они не преклонились и не поцеловали ноги священной корове эволюции. Эволюция — это религия и ничего более. Научных доказательств ее подтверждения нет. Если вы думаете, что они есть, я очень-очень хотел бы их увидеть. Он упоминал о том, что Папа Римский принимает эволюцию. Это потому, что он не был на моих семинарах. И мне все равно, во что верит Папа Римский. Меня интересует, что говорит Библия и чему учит наука. В своих вступительных комментариях он сказал, что в ответы в Бытие Кен Хэм не согласен со мной в большинстве вопросов. Это неправда. Я знаю Кена Хэма очень хорошо. Я встречался с ним несколько раз, говорил с ним много раз. Он и я не согласны по поводу некоторых неважных вопросов. Мы согласны в 99% вещей, и в том 1% он не прав, а я прав. Все очень просто. Я продаю его книги и поддерживаю его служение. Но я думаю, что вы не правы, если думаете, что здесь присутствует широкое несогласие. Просто мелочи, не имеющие большого значения. Он сказал, эти споры есть только в Америке и Новой Зеландии. Во-первых, это неправда. Я говорил, что в 32 странах на сегодняшний день и эти дискуссии существуют по всему миру. Креационистские организации есть везде. И даже если бы это происходило только в Америке, то это не является доказательством ни для одной, ни для другой стороны. И я заинтригован тем, что этот университет позволяет такие дебаты. Мне интересно, сколько курсов они предоставляют здесь по вопросу библейского креационизма, просто для того, чтобы показать детям другую сторону. Проверьте свою библиотеку, и вы найдете 1000 книг об эволюции, но попробуйте найти хотя бы 5 о сотворении с позиции креационистов. Вы можете найти книги, написанные эволюционистами о сотворении, поливая его грязью по какой-то причине. Друзья, это место обучения или индоктринации? Я устал уже от того, что они лгут, поддерживая свою теорию. Не рассказывайте мне о рудиментарных структурах. Какие у вас есть доказательства для демонстрации эволюции? Не гомология, похожие структуры костей в руках, о которых они упоминали ранее. Да, это доказывает, что у нас есть один создатель. У Honda Prelude и Honda Accord есть довольно много взаимозаменяемых деталей. Но это не доказывает, что они эволюционировали из скейтборда. У них есть общий дизайнер. Потому все доказательства, которые я видел сегодня, либо ошибочны, либо могут быть интерпретированы в поддержку сотворения. Потому я все так же стою на своем и верю в то, что Библия права.
Сейчас каждым участникам будут сказаны заключительные аргументы, на которые у них будет 4 минуты. Подготовьте свои вопросы. Я думаю, что лучше всего, если вы передадите их во время заключительных речей доктора Ховинда, и кто-то их соберет. А затем мы сделаем 5-минутный перерыв и будем задавать вопросы. И тогда мы бросаем стулья. Так, 4 минуты. Есть важный вопрос, который нужно понять для того, чтобы объяснить, как что-то эволюционировало. Этот вопрос поднимался еще при жизни Дарвина. Это проблема переходных стадий. Что толку от половины крыла? Мы видим, что такое полностью развитое крыло, но каким образом оно могло развиваться, соответственно, эволюции Дарвина? То есть постепенно, шаг за шагом. Дело в том, что оно не развивалось с целью стать крылом, потому что эволюция не смотрит вперед. Но каждая из этих структур выполняет специфические функции на пути развития. В конце эта структура уже выполняет другую функцию, которая отлична от функции, которую она выполняла на своем пути. Например, основная функция ног — обеспечить передвижение. Если они могут служить для того, чтобы ухватиться за свою любимую во время занятия любовью, то это второстепенная функция, для которой они адаптировались для дальнейшего использования. И кто не может не согласиться с этим? И, допустим, многие змеи начнут выполнять главную функцию позже. Однако много энергии тратится на контроль кровяного давления, структуры нервной системы и так далее, для того, чтобы поддерживать функционирование ног, потому более эффективно потерять их, однако все еще использовать их для второстепенной функции, как в данном случае размножение. Вот как это происходит. И это объясняет много вещей. Существует множество исследований в этой области. Заключение. Натуралистический способ объяснения того, как устроен мир, используется потому, что он работает. Он позволяет нам заниматься наукой. Сверхъестественное объяснение, то, чем занимался Кент Ховинд, и то, чем занимаются большинство креационистов, не позволяет вам заняться чем-то научным и ничего не объясняет. Еще раз, все, что вы слышали сегодня, это «я не могу понять, как эволюционисты могут это объяснить, я с этим не согласен». Я не думаю, что у них есть ответ. Следовательно, Бог это сделал. Это не ответ. Это мешает нам заниматься наукой. Если вы хотите сказать «послушайте, это важно для меня воспринимать Библию дословно, потому что я верю в свою религию». Хорошо, но это не наука. Причина, по которой я сказал, что другие люди не принимают это, просто для того, чтобы показать, что это не популярный взгляд, но на самом деле узкий взгляд. Я написал книгу о том, почему люди верят в Бога, и это прежде всего по эмоциональным, психологическим, культурным, социальным и семейным причинам. Наиболее распространенная причина чьей-то религиозности – это религиозность их родителей, место, где они родились, и влияние окружающего мира, а не то, когда из-за выложенных доказательств человек поверил. Почти никто не приходит к вере посредством выложенных доказательств. Также само с политическими и социальными вопросами. В науке есть, конечно же, определенная предвзятость, однако в ней есть также очень важный, встроенный, самоисправляющий механизм, который двигает ее в сторону исправления ошибок. По крайней мере, это лучше, чем любая другая социальная система со всеми своими недостатками, которые могут быть. Наука — это не религия, это даже не существительное, это не вещь. Это способ постановления вопросов и дачи ответов о природе вокруг нас. Это не более чем то, о чем я сказал. Это не религия, это способ мышления, это глагол. Представляйте науку как попытку объяснить мир и ответить на вопросы, а также тестировать ответы и вопросы. В этом смысле наука – лучшая вещь, которая была изобретена для того, чтобы понять, как действует мир вокруг нас. Спасибо. У нас появилась новая идея насчет нашей следующей части. Когда доктор Ховинд закончит, то вы будете передавать ваши вопросы через людей вниз из-за того, что проходы забиты толпами людей. Делайте это в то время, пока он будет говорить свою заключительную речь. Затем мы сделаем 5-минутный перерыв, и после будет часть вопрос-ответ, в продолжении приблизительно 45 минут. Мы будем задавать столько вопросов, сколько мы сможем. Доктор Ховинд, ваши заключительные аргументы. Ладно, спасибо.
Так, похоже на то, что тут произошло недопонимание. Я не думаю, что я говорил сегодня, что наука — это религия. Я сказал, эволюция — это религия. Эволюция не является частью науки. В этом сути, я думаю, что вы не поняли этого, доктор Шермер. Я это еще раз повторяю, я не против науки, мне нравится наука. Так Библия в Римлянам 1 говорит, «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». У вас нет оправдания, когда вы станете перед Богом. Вы говорите, я верю в эволюцию из-за доказательств. Нет, кто-то вел вас к тому, чтобы вы поверили этому. Так же само, как некоторые люди ведут своих последователей к тому, что если они взорвут себя и убьют еврея, то пойдут в рай и получат 72 жены. Окей, но вас ввели в заблуждение. Библия говорит, что у них нет оправдания. Стих 21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, что по-гречески означает «the brights», обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся». Это эволюция. «То и предал их Бог». Это страшно, если Бог вас оставляет. «В похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца». Да, нужно пойти встретить Люси, который благословен вовеки, аминь. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». В первой главе Римлянам написано, почему Богу придется судить этот мир. Они знали Бога. 7 лет свидетельства о Нем. Но затем отвернулись, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились, что означает, стали эгоцентричны в их собственном воображении, называя себя мудрыми, обезумели. Бог их оставил. Бывают цивилизации, нации и отдельные люди идут скользким путем. Это может произойти и с тобой. Библия говорит, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Уэйн Стрикланд выбрал себе надгробие, называя себя атеистом. Ну, Библия говорит, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Мне нравится книга Рэя Камфорта, чья команда сегодня снимает на камеру. Книга называется «Бог не верит в атеистов». Я тоже. Мое заключительное слово. Я не оставил свою замечательную жену и приехал сюда, потому что я хочу победить кого-то в дебатах. Я хочу, чтобы кто-то обратился ко Христу. Каждый из вас умрет. Если вы умрете, то куда вы попадете? Вам стоит подумать об этом, потому что вы будете мертвы довольно долго. Мне все равно, сколько вы проживете. Вы будете мертвы дольше. Потому тут все просто. Бог создал этот мир, Он владеет им. Он создает правила, и мы виновны в нарушении Его правил. Если вам не нравятся Его правила, и вы будете отвергать Его из-за этого, ладно, но вы встретите Его в любом случае. Он ясно сказал нам, «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не лги, мы все лгали». Он сказал нам, «Не кради, мы все воровали. Мы виновны, друзья». Библия говорит, что Бог всякий день строго взыскивающий. Я не говорю на семинарах или в университетах и так далее из-за того, что я так зарабатываю деньги, или потому что мне нравится отсутствовать дома, друзья. Идет война. Дети некоторых из вас были обучаемы в школах вещам, которые являются ложью. Кто-то пытается промыть вам мозги и увести от очевидного. Создатель существует. Бог есть. Потому если ты умрешь сегодня, куда ты пойдешь? Если ты не спасен, то ты будешь наказан, или Иисус может занять твое место. 35 лет назад я попросил Бога простить мои грехи и занять мое место наказания. Я иду в рай не потому, что я хороший, но потому, что я прощен. Вы можете иметь то же самое, и я здесь поэтому. Большое спасибо. Первый вопрос адресован доктору Шермеру. Как зародилась жизнь? Каково ваше лучшее объяснение? Вы верите, что живое зародилось из неживого? Почему? Да. Целая лекция по химии. Сколько у меня есть времени? 2 минуты. Ну ладно. Прежде всего, вопрос зарождения жизни не имеет ничего общего с эволюцией. Эволюция — это теория, которая объясняет, как изменяется уже существующая жизнь. Вопрос происхождения жизни — это на самом деле вопрос химии, так как это объясняет химия, а не биология. У нас есть хорошие теории, однако тут требуется еще много работы, так как это новая наука, того, как неорганические молекулы могут стать органическими. И сейчас есть очень хорошая модель этого, состоящая в том, что тина на дне океана может послужить переходным этапом, в котором простые молекулы могут объединяться в более сложные, и даже белковые цепочки могут быть сформированы,
протоклетки могут быть сформированы и так далее. Так начинается процесс. Потому это очень медленный поэтапный процесс. Мы знаем, что это может быть выполнено просто добавлением энергии, будь то ультрафиолетовой радиации или электрическим разрядом, либо подобными вещами. В процессе этих экспериментов не появляется маленькое создание, выползающее из пробирки, конечно же, но, по крайней мере, здесь появляются зачатки жизни. Базовые структуры, белковые цепи, мономеры становятся полимерами. Все это происходит благодаря только добавлению энергии, не требуется дизайнер. Фактически, это процесс снизу вверх, в который встроен законы природы. Доктор Ховинд? Я думаю, что сложность жизни настолько огромна, что говорит о том, что у нее должен быть создатель. Это не могло случиться шаг за шагом. Все эксперименты в лаборатории, проводимые для того, чтобы создать жизнь, Миллер, Юри, в действительности усложнили проблему. На этой картинке здесь они показывают, что использовали метан, аммониак, испарение воды и водород. Заметьте, они исключили кислород. Они называют это восстановительная атмосфера, потому что они знают, что если там будет кислород, то они окислят все, что они захотят соединить. Все, что они могли создать до сих пор, это объединить несколько аминокислот, что равно попытке получения букв алфавита, произвольно бросая зубные щетки. Это может произойти, я согласен. Таким образом, можно получить буквы алфавита, но это не объясняет, как можно получить целую книгу. И разница между несколькими аминокислотами и одной живой клеткой, это как разница между несколькими буквами алфавита и целой книгой, то есть порядок значимости или величины. Если он хочет в это верить, то пусть верит. Однако он покинул науку и погрузился в религию. И если он говорит, что эволюция имеет дело уже с зародившейся жизнью, то в таком случае у него нет связующей теории, потому что ему нужно, чтобы все сходилось к самому началу, по моему мнению. Все? Так быстро? Посмотрите мое видео номер 4 на столе там сзади. Вопрос доктору Ховинду. Какое доказательство сотворения самое убедительное? Я думаю, что доказательством сотворения будет абсолютная невозможность противоположного. Если мы будем идти вдоль дороги и увидим у кого-то во дворе в бассейне рябь и всплески на воде, и я скажу, я думаю, что в этом бассейне вода есть только на поверхности, а все остальное — воздух под ним. Даже без того, чтобы изучать это утверждение, другой человек скажет, что это глупо. Невозможно, чтобы там не было воды до самого дна. Это природа вещей. Невозможно, чтобы не было создателя. Все настолько сложно, что у этого должен быть дизайнер. Если вы, прогуливаясь в лесу, находите картину, висящую на дереве, вы автоматически приходите к выводу, что есть художник. Даже если вы не видите никаких следов или самого человека, но вы понимаете, что где-то должен быть художник. Если вы, идя по лесу, находите здание, вы не видите никаких следов, вы не видите людей, вы все равно придете к выводу, что есть строитель. И если вы видите творение, вы приходите к заключению, что у этого был создатель. Поэтому я бы сказал две вещи. Дизайн в природе невозможно объяснить без дизайнера, и невозможность противоположного невозможно, чтобы не было создателя для чего-то подобного. Опровержение? Я думаю, что все возвращается к моему первому слайду. Я думаю, что вам стоит быть более подробным здесь, в шаге 2, и тогда произошло чудо. Ответ Ховинда на вопрос, каким лучшим доказательством сотворения, это невозможность противоположности. То есть, я не верю в твое объяснение, значит, побеждает мое объяснение. Это не ответ. Это ни о чем не говорит. Это не доказательство. Первый закон термодинамики гласит, материя и энергия не может быть ни создана, ни уничтожена. Как вы объясните происхождение материи и энергии, и будет ли ваш ответ научным? Я отвечаю? Да. А, я вижу, что мы делаем это по очереди. Мое видео вы можете купить там, на столе. Ну, это стандартный вопрос. Разве эволюция не нарушает второй закон термодинамики? Конечно, нет, потому что мы добавляем энергию в систему. Например, энергию Солнца. Затем начинается процесс уменьшения энтропии. Добавляется энергия, увеличение сложности и так далее. До тех пор, пока энергия продолжает пребывать. Как только энергия исчезает, появляется увеличение энтропии. Тогда как насчет всей Вселенной? Тут мы приходим к таким вопросам, как «Откуда появилась Вселенная?», «Откуда появилась энергия, которая привела к большому взрыву?» и так далее и тому подобное.
И затем мы доходим до вопросов, которые являются квазинаучными или метафизическими, где мы можем спекулировать, но это на самом деле не является частью науки. Наука работает с тем, что у нас есть. Я буду поражен, если кто-то приведет второй закон термодинамики для опровержения эволюции. Это вообще больше не проблема для нас. Я абсолютно не согласен. Я думаю, что второй закон термодинамики – очень серьезный аргумент против эволюции. Второй закон термодинамики гласит, что все распадается. Библия также учит этому. Все обветшает, как риза. Вот Сью в 20, вот она в 90, вот она через 3000 лет. Эволюционисты скажут, что вы можете победить второй закон термодинамики, добавляя энергию, что нелепо. Добавление энергии разрушительно. Разве что у вас будет что-то, что могло бы утилизировать эту энергию. Японцы добавили много энергии в Пёрл-Харбор однажды, но они не упорядочили ничего. Через несколько лет в ответ мы добавили энергию к их городам, и это тоже не организовало там ничего. Добавление энергии разрушительно, кроме случая, когда есть что-то, что помогло бы использовать эту энергию. Это правда, что солнце добавляет энергию земле, но это уничтожит крышу вашего дома, а не улучшит. Оно уничтожит обивочный материал вашей машины, оно уничтожит крышу и покраску машины. Есть только одна вещь, которая может использовать энергию солнца. Кстати, Луна получает такую же самую энергию, как и мы, и это не создает ничего на ней. Энергию Солнца может собрать и использовать только хлорофилл. Потому это глупо говорить, что добавив энергию, вы можете исправить это. Это просто глупо, не правда? Вопрос доктору Ховинду. Доктор Шермер привел пример тазобедренной кости Люси. Каков ваш ответ на то, что Люси является общим предком между человеком и обезьяной? Я даю 30-минутный ответ на этот вопрос на видео номер 2, которое есть там на столе. Кстати, он упоминал о том, что все, что у меня есть, это религия, и что ему нужен лучший ответ для второго шага. Хорошо, но все, что у тебя есть, это также религия. Однако я не прошу, чтобы за мою религию платили налогоплательщики. Ты просишь, потому бремя доказательства на тебе, а не на мне. Люси не что иное, как создание ростом в 3 фута, скорее всего, какой-то вид шимпанзе. Чарльз Окснард изучил каждую кость Люси и сказал, что это не потерянное звено. Он делал компьютерный анализ. Смотря на это с более широкой перспективы, я бы сказал вот что. Никакие ископаемые не могут быть засчитаны как доказательство эволюции. Абсолютно никакие. Вы не можете доказать, что у Люси были хоть какие-то дети. И почему вы думаете, что кость, найденная в грязи, может делать то, чего не могут делать животные сегодня, то есть производить что-то иное, чем себе подобных? Никакие ископаемые не могут быть засчитаны, более в широком смысле. И даже если Люси является чем-то необычным, каким-то видом шимпанзе 3 фута ростом с немногим необычными чертами, это все так же не доказывает, что что-то эволюционирует в нечто иное. Это могло быть создание, которое вымерло. Потому такие его доказательства не продержались бы в суде и секунды, но видите ли, проблема в том, что эволюция не должна быть доказываема в суде. Она должна быть преподнесена так, чтобы студенты в нее поверили, где учитель имеет психологические и академические преимущества над студентами. Вот потому люди в это верят. Тот, кто изучал Люси, сказал, послушайте, это не переходное звено. Чарльз Окснард, я покажу вам ссылку сейчас, и вы сможете проверить это сами. Чарльз Окснард изучал каждую кость и сказал, различные австралопитеки на самом деле отличаются больше от африканских обезьян и людей. В большинстве своих черт, чем эти буквы одна от другой. Это не переходное звено. Начиная с того, что никакие ископаемые не считаются, но и даже Люси не является хорошим ископаемым для доказательства эволюции. Налогоплательщики. Ну вот, опять возвращаемся к вопросу о налогоплательщиках. Послушайте, то, что попадает в учебники государственных школ, попадает туда, потому что это лучшая наука на сегодняшний день, чем бы это ни было. Тут никто заговорщически не пытается впихнуть это в учебник, из-за того, что он антирелигиозен или что-то подобное. Если наука не современна, то она удаляется из учебников. Это происходит все время, включая биологическую науку и эволюционную теорию, как только появляются новые доказательства. Причина, по которой вы не видите ничего от креационистов в книгах, это потому, что они ничего не делают в науке. Если вы хотите, чтобы этому учили как науке, то вам нужно заниматься наукой. Но у них нет науки. Они не пишут никаких учебников, не публикуют никаких научных журналов. А все, что они делают, это проходят через учебники и научные статьи и выбирают все, что, по их мнению, является ошибками. И говорят, что это их наука. Это не наука. Вы должны предлагать что-то, доказательства создателя, к примеру. Однако у них этого нет. Доктор Шермер, вы говорите, что существует доказательство Большого Взрыва. Вы могли бы дать самое лучшее доказательство, которое есть? О, мне сказали, что математики не будет в этих дебатах.
Ладно, это не имеет ничего общего с эволюцией. Это полностью отличная теория, и большая проблема тут состоит в том, что у Кента Ховинда и многих людей неправильное понимание того, что такое наука. Они думают, что это эксперименты в лаборатории физики. В большинстве случаев именно это и подразумевается. Выводы из разных фактов и кусочков информации, последовательности. Историческая наука вообще не такова, как физические эксперименты. И когда вы говорите, что Земле 6 тысяч лет или что-то подобное, то тогда придется выбросить всю нашу космологию, астрономию, химию, биохимию, геологию, историческую геологию, палеонтологию, археологию. Не думайте, что это только эволюционная теория. Вся наука полностью неправильна, если он прав. Нет причин вообще заниматься наукой, хотя он говорит, что он за науку, но он полностью против нее, потому что если он прав, то все нужно выбросить. Говоря о большом взрыве, то есть целая цепочка доказательств того, как произошел взрыв. Какие химические элементы вы бы предлагали найти в большинстве своем, если бы произошел подобный взрыв? И мы находим их. Снова я повторюсь, что было много дебата вокруг большого взрыва на протяжении многих десятилетий. Много людей не принимало это. Множество скептиков-ученых не верило в него до тех пор, пока доказательств не накопилось так много, что стало просто неизбежным принять это. Небо падает. Это то, что он пытается сказать, друзья. Если мы поверим в сотворение, то все развалится, вся наука должна быть выброшена, и это глупости. Все ветви науки были основаны креационистами, а эволюционная теория ничего не сделала для продвижения науки. Эволюция не имеет ничего общего с тем, что мы отправили человека на Луну, или с тем, что мы можем делать открытые операции на сердце. Эволюция — бесполезная теория, даже если она правдива. Вам не нужно верить в сотворение или эволюцию для того, чтобы изучать науку. Вы можете изучать бицепс, трицепс, дельты и разные мышцы тела, никогда не вникая в вопрос происхождения. Это не имеет значения. Ни один доктор, делая операции, не беспокоится вообще об эволюции в то время, когда он вырезает что-то с сердца, чтобы заменить его. Это бесполезная теория. И потом, нет никакого продвижения в современной науке от этой эволюционной теории. Большой взрыв, я думаю, огромная помеха для науки, как и многие другие теории эволюции. Есть множество доказательств, опровергающих большой взрыв. Вращение против часовой стрелки по меньшей мере двух планет Урана и Венеры. По меньшей мере 8 из 91 лун Юпитера вращаются в обратном направлении. Целые галактики вращаются против часовой стрелки. У трех планет Луны вращаются в обоих направлениях одновременно. Этого не может происходить после большого взрыва. Вам стоит изучить физику для этого. Спасибо. Доктор Ховинд, вы согласились, что тараканы стали устойчивы к пестицидам? Пожалуйста, защитите свою позицию, что это не полезная мутация для их вида. Тараканы становятся устойчивыми к пестицидам, потому что некоторые из них уже обладали устойчивостью. Когда они вырыли некоторых тараканов, которые замерзли, пытаясь найти северо-западный проход, то когда они их раскопали, то обнаружили, что у некоторых из них уже была устойчивость к пенициллину. Это интересно. В то время пенициллин еще не был изобретен. Есть люди, которые уже обладают устойчивостью к некоторым вещам. Потому, допустим, у вас есть 1000 тараканов, и 5 из них по каким-то причинам обладают устойчивостью к какому-то виду отравы. Они используют эту отраву, и она убивает всех, кроме тех 5. Эти 5 позже становятся прародителями всех остальных, то есть новой популяции. И теперь у вас есть тараканы, обладающие устойчивостью к отраве. Это происходит. Это все еще таракан. Это всего лишь что-то, что уже есть в генетическом коде, что было отобрано. Таким образом, вы отобрали, чтобы только такие тараканы выжили. В данном случае это искусственный отбор, вместо естественного отбора. Это не процесс, который добавляет информацию, и это не процесс, который превратит камень в человека даже в 20 триллионов лет. Я не эксперт по тараканам, однако мне нравится тот пример с молотком. Но это отличные примеры того, что мы бы называли макроэволюцией. Вопрос в том, как мы переходим от микроэволюции к макроэволюции. Одна из сложностей, с которой почти все встречаются, это вопрос того, как мы эволюционировали, рассматривая эволюцию человека во временных рамках годов и десятилетий. И это еще более сложно понять, в смысле десятков тысяч и сотен тысяч лет. Это просто кажется невозможным, противоречит интуиции, однако доказательства говорят об обратном, и это нелегко понять. Мы видим изменения, мы видим, как собаки изменяются. Конечно же, мы наблюдаем это в рамках 10-15 тысяч лет. Люди со всем разнообразием, которое у нас есть сегодня, появились в течение 150 тысяч лет. Это видно везде, в генах, в ископаемых, это подтверждается независимыми исследованиями. Это сила генетических вариаций и селекции, что означает дизайн снизу вверх.
Это был вопрос для вас, Майкл. Какой из аргументов креационистов самый сильный в пользу существования Бога? Ладно, это как вопрос в анкетах при поступлении в выпускные классы. Какое у вас слабое место? Я обычно пишу «шоколад». Или что слишком упорно учусь, или что-нибудь подобное. Я думаю, что лучшим аргументом, который есть у креационистов на сегодняшний день, для того, чтобы подтвердить дизайн в природе, это, наверное, аргументы Уильяма Дембски. Неснижаемая сложность, например, сложность таких структур, как жгутик бактерий. У нас есть отличные ответы на подобные аргументы, которые приводятся вот уже на протяжении 6 лет. Однако я думаю, что это самые лучшие аргументы, которые доказывали бы дизайн. Однако они никак не доказывают существование Бога. Это ясно, что креационисты этими аргументами пытаются доказать существование Бога, хотя сами говорят, что это не так. Но все же, говоря о лучших аргументах, подтверждающих существование Бога, я думаю, будет то, что все действительно выглядит так, словно у Вселенной есть дизайн. И давайте признаем это. У нее есть дизайн, но это некий дизайн сверху вниз. В ней есть некий намек на дизайн, и когда люди интуитивно говорят: «Просто посмотри, это выглядит спроектировано», потому почему бы нам не сказать: «Да, правильно, потому что так и есть, в каком-то смысле». Но это не дизайн сверху вниз, то есть разумный дизайнер, но исторический дизайн снизу вверх. В принципе, аргумент дизайна правильный. Я думаю, что это интересно, что эволюционисты приводят аргументы против дизайнера, используя аргументы, что все вокруг обладает дизайном. Подумайте об этом. Вот книга, о которой он говорил. Ее написал Майкл Бихи. «Черный ящик Дарвина». Отличная книга, показывающая, как сложные организмы не могли эволюционировать шаг за шагом. Слишком много соединительных частей, которые зависят друг от друга. Он использует пример с мышеловкой. 5 основных частей. У вас должно быть как минимум те 5 частей, потому что если вы уберете хоть одну, то она уже не будет функционировать. Ваша машина состоит из 1000 частей. Без некоторых она может функционировать, а без некоторых просто не может. Например, на волоске бактерии есть маленький двигатель, который присоединен к бактерии и позволяет ей плавать вокруг. Этот двигатель настолько маленький, что 8 миллионов таких, как он, может быть расположен на поперечном сечении человеческого волоска. Этот двигатель вращается со скоростью 100 тысяч оборотов в минуту в обе стороны. Если вы хотите верить, что это произошло случайно, то, пожалуйста, можете верить, но это невероятно сложный маленький двигатель, по-настоящему миниатюрный. Любой, кто работает с компьютерами, знает, что чем меньше вы стараетесь что-то сделать, тем больше проблем у вас появляется и из-за этого. Нет, я думаю, что доказательства дизайна везде, даже на микроуровне. Так, динозавры. Что вы думаете о динозаврах, доктор Ховинд, и где их место в аргументах сотворения против эволюции? Это моя любимая тема. У меня есть динозавр Adventureland. Мой веб-сайт – доктор Дино. Мой телефон – 479 Дино. У меня даже есть динозавры на галстуке. Я устал от того, что эволюционисты используют динозавров для того, чтобы учить, что они жили миллионы лет тому назад. Суть в том, что их называли драконами на протяжении всей истории. Слово «динозавры» было придумано в 1841 году. Эти создания всегда жили с человеком. Существуют тысячи и тысячи легенд и наскальных рисунков, и различных изображений. Видео номер 3 там на столе раскрывает все эти вопросы. Динозавры жили с человеком на протяжении всей истории, их просто называли драконами. Библия говорит о том, что перед тем, как пришел потоп, люди жили по 900 лет. Рептилии никогда не перестают расти, и сегодня они не перестают расти, по крайней мере большинство видов, потому что в допотопных условиях ящерицы дорастали до огромных размеров. Они были динозаврами, которые жили с Адамом и Евой. Затем Ной взял их на ковчег, скорее всего детенышей. Главное найти синего и розового. И после потопа люди убивали их, и на протяжении всей истории есть история о том, как люди убивали дракона, и возможно, что есть некоторые живые сегодня. Были тысячи примеров, как чудовище озера Лохнесс, чудовище реки Шамплейн. Мертвого динозавра вынесло на берег в Калифорнии в 1925 году. Мертвый плезиозавр. Рыбак наблюдал за тем, как он был убит. У меня есть фотографии на сайте, но сейчас нет времени, чтобы их найти, потому что у меня 7000 слайдов. Опровержение. Нам нужно подключиться к сети, чтобы можно было загуглить и затем сказать: «Ага, вот мой ответ». Почему? Почему вы думаете, что рыбы умерли во время потопа? Объясните мне это. Все эти водные динозавры умерли во время потопа, просто вдруг разучились плавать. Мы должны в это поверить. Где в геологической колонии вы когда-либо
видели динозавра и человека вместе. Вы никогда не видели? Это эмпирический тест. Та молодая девушка кивает головой. Вы видели динозавра и человека вместе? Хорошо, подойдите ко мне после. Окей. Это был бы фальсифицируемый тест эволюции. Если бы вы могли найти динозавра или трилобита, или что-то подобное среди ископаемых гоминидов, в том же месте, это было бы то, что нужно. Это было бы огромное доказательство против теории эволюции. Никогда не было найдено. И доктор Шермер, говоря об эволюции птиц, есть ли живые или ископаемые доказательства того, чтобы нога становилась крылом и чешуя становилась пером? Да, хороший вопрос. Сейчас есть очень много хороших доказательств эволюции птиц из динозавров и перехода от чешуи к перу, и перехода от конечностей для хождения к конечностям для полета. Это действует по принципу, как на моем слайде, который я высвечивал. Каждая часть выполняет отдельную функцию. Затем она служит для какой-то другой цели, и в конце она становится приспособленной для третьей функции. И крыло — это классический пример. Скорее всего, оно когда-то служило для термодинамического регулирования, которое затем начало служить как нечто иное, потому полукрыло также имеет свои функции. Говоря о летописи окаменелостей, то у нас есть некоторые переходные ископаемые от динозавров к птицам. И также есть множество палеонтологов, которые считают, что динозавры все еще живут, но не как драконы в Библии. Кстати, где единороги, о которых говорится в Библии? Где они? Как в летописи окаменелости, так и живые. Я бы хотел увидеть одного из них. Еще один из тех интересных тестов, который терпит неудачу. Потому, говоря о летописи окаменелостей, то там довольно много доказательств. Нам стоит помнить, что большинство животных съедается падальщиками, когда они умирают. Они не превращаются в ископаемые почти никогда, потому это поразительно, что у нас так много ископаемых. Хорошо, я абсолютно не согласен. Все так называемые доказательства динозавров, превращающихся в птиц, были опровергнуты. Археораптор был выдвинут как доказательство эволюции. Здесь написано «потерянное звено». National Geographic пишет: «Последние новости, мы нашли переходную форму. Через пару месяцев, упс, нас одурачили. Какой-то китаец приклеил хвост птицы к рептилии и продал его за 80 тысяч долларов, и смитсониты купили его». Китайские контрабандисты ввезли его. Огромный позор современной палеонтологии, пишет USA Today. Мы можем целый день продолжать об этом. Хвост был добавлен предприимчивым китайским фермерам. Ага. Они называют это маленьким динозавром с перьями. На видео номер 4 много информации об этом. Вам стоит посмотреть. Эти перья динозавра на самом деле никакие не перья вообще. Это просто химическая реакция, которая имеет место, когда что-то становится ископаемым, и это было доказано много раз. Существует большое количество доказательств, что эти характерные черты в ископаемых, именуемые как перья динозавра, ничего общего не имеют с перьями, пишет Алан Федуция. И он верит в эволюцию. Вопрос доктору Ховинду. Как вы относитесь к тому, что большинство людей верит в то, что Земле 4,7 миллиардов лет? Датирование по углероду, радиоуглеродное датирование, калий-аргоновый метод. Включите проектор, пожалуйста. Вот фото калифорнийского Несси, выброшенного на берег в Калифорнии, о котором я говорил ранее. Шея 20 футов, все говорили, что это плезиозавр. Насчет датирования по углероду. Любой, кто верит в то, что углеродное датирование работает, не понимает проблем, которые связаны с ним. Это неверно говорить, что большинство людей верит в эволюцию, или верит в то, что Земле миллионы лет. Большинство американцев верит, что Земле нет миллионов лет. Что до углеродного датирования, то оно было изобретено в 1947-1953 году Уиллардом Либи в Университете Чикаго. В 1949 году нижняя часть ноги мамонта была датирована 15 тысячами лет, но коже было 21 тысяча лет с того же животного. Тут, наверное, произошло медленное рождение. 1963. Живой моллюск был датирован 2300 лет. Лучше не становится, и это после 14 лет практики с методом. В 1970 году они сказали: если углеродное датирование подтверждает наши теории, то мы записываем даты в наш основной список. Если он не полностью противоречит им, то мы записываем даты в сноску. Если он полностью не соответствует, то мы просто не обращаем внимания на него. 1971. Углеродный метод показал, что недавно убитому тюленю 1300 лет. 1975. Одной части мамонта 40 тысяч лет, а другой 26 тысяч лет. Это не работает. 1981. Не работает, это никогда не работало. 1984. Углеродное датирование показало, что раковине живой улитки 27 тысяч лет. Один атеист сказал: «Ну, мы знаем, почему в том случае оно не сработало.
Хорошо, откуда вы знаете, что оно вообще работает? Если вы знаете, что в некоторых случаях оно не работает, то как вы можете доказать, что любой из методов работает? Вы не можете. В суде над вами будут смеяться, если вы приведете в доказательство углеродное датирование. 1992. Были найдены два мамонта бок о бок. Углеродное датирование показывает, что одному 21 тысяча лет, а другому 16 тысяч лет. 1996. В университете Беркли они использовали две современные техники датирования и определили, что этим костям от 53 тысяч до 27 тысяч лет. Это 96% погрешность. Это не наука, это сказки. С калий-аргоновым методом еще хуже. Посмотрите видео 7 об этом. Я написал книгу под названием «Отрицая историю». Это книга о людях, которые отрицают Холокост. Вот их аргументация. Знаете, эти историки, верящие в Холокост, говорили, что там было 21 лагерей смертников. Сейчас они говорят, что там только 6. Видите? Они не правы. Не было никакого Холокоста. Историки, верящие в Холокост, говорили, что они травили людей газом в Дахау. Сейчас они говорят, что они не травили людей газом в Дахау. Видите? Они не травили газом никого и нигде. Это та же самая аргументация, которую используют люди, отрицающие эволюцию, как и люди, отрицающие Холокост. Конечно, все ошибаются. Ошибки и фейки ничего общего не имеют с тем, что говорит нам большинство доказательств об истории и о прошлом. Кстати, фейки и все эти ошибки были обнаружены не креационистами, но учеными, потому что наука обладает честностью, и она сама в себя включает встроенное самоисправляющееся устройство, которое двигает науку к более точным фактам. Этот вопрос немного длинный. Бактерия является наиболее эффективно самовоспроизводящимся организмом на планете. Какие у вас наилучшие доказательства появления мейоза? Бактерии действительно являются доминирующей формой жизни на Земле. И говоря о том, как они эволюционировали, для того, чтобы объяснить половой тип размножения, нужно вернуться к началу, к тому, как мономеры становятся полимерами, как полимеры превращаются в длинные белковые цепи, как длинные протеиновые цепи становятся чем-то похожим на наши РНК, как РНК начинает копироваться в ДНК и так далее в сложную систему размножения, которую мы видим в бактерии сегодня. Мы довольно хорошо понимаем это все двумя способами. Первое. Через огромное множество сложной жизни сегодня, где мы наблюдаем эволюцию от простых организмов к сложным, и вы можете видеть историческую последовательность в различных способах размножения, и то, как они развиваются от простых к сложным. Это первая часть исторической науки. Так же, как астрономы сейчас могут определить, как эволюционировали звезды, смотря на разные живые звезды, если так можно выразиться, на разных этапах развития. Второй способ — это наблюдать за реальными клетками и их структурой. Эти сложные клетки — эукариоты. На самом деле состоят из более простых клеток прокариотов, которые мы называем маленькими структурами, как митохондрии и так далее, которые когда-то сами были свободно плавающими клетками. Но они соединились через этот процесс симбиоза, который заключается во взаимопомощи, объединились в эти большие структуры. Опять же, историческая наука обязательно исходит из того, что мы делаем выводы из нескольких линий доказательств, которые ведут нас к тому же самому выводу. Это сказка. Из-за того, что это здесь, то должно быть это произошло. Мотор медленно эволюционирует для того, чтобы поместиться в машине. Что-то подобное. Это непонимание и грубое упрощение того, насколько бактерия является сложной. Бактерии имеют очень сложное строение. Люди говорят, разве бактерии не становятся устойчивыми к антибиотикам? Это доказательство эволюции. Однако это основано в недопонимании. Доктор Спетнер пишет, это основано на недопонимании, потому что мутации, вызывающие устойчивость к антибиотикам, все так же вовлекают в себя потерю информации. Например, для того, чтобы уничтожить
бактерию, трептомицин антибиотика присоединяется к части бактерии, называемым рибосомами. Иногда мутации приводят к деформации структур рибосом. Из-за того, что антибиотик не может присоединиться к деформированной рибосоме, бактерия получает сопротивляемость. Но из-за того, что эта мутация становится положительной в данном случае, здесь все равно присутствует потеря информации, а не приобретение. Никакой эволюции не происходит, бактерии не становятся сильнее. На самом деле, в нормальных условиях, без присутствия антибиотика, они слабее, чем их немутированные собратья. Например, если кто-то идет по городу и надевает наручники на всех для того, чтобы убить их, но у вас нет рук, они не могут надеть на вас наручники, потому вы переживаете резню. В данном случае это вам помогает, но это все так же потеря информации. И если вас отправить обратно в общество, где все люди с руками, то вы окажетесь в невыгодном положении. Потому бактерия обладает невероятным дизайном, она не эволюционировала. Вопрос доктору Ховинду. Пожалуйста, объясните утверждение, что 97% ДНК между людьми и шимпанзе подобны. Можете дать мне 10 секунд для того, чтобы подготовить слайды? Утверждение, что ДНК человека и шимпанзе подобно на 97%, неверно. Оно подобно приблизительно на 95%. В учебниках они говорили, что это 98,6%. В этом учебнике написано 96% общего между орангутангами и человеком и 98% между шимпанзе и человеком, что доказывает общего предка, жившего 15 миллионов лет тому назад. Барни Маддокс был ведущим исследователем генома в этом проекте. И вот что он сказал по поводу генетической разницы. Разница между человеком и его ближайшим родственником, шимпанзе, по меньшей мере 1,6%. Это не выглядит много, но если подсчитать, то это пропасть в 48 миллионов нуклеотидов, и изменение только 3 нуклеотидов смертельно для животного. Здесь нет возможности изменения. Сейчас они обнаружили, что разница не 98, а 95%, потому существуют миллионы и миллионы различий. Если кто-то хочет верить, что это доказывает общего предка, то они могут верить во что им нравится, но это даже не здравый смысл. Я думаю, что это доказывает общего Творца, учитывая также, что существует множество подобных структур во многих вещах. Honda Prelude и Honda Accord очень похожи, потому что они эволюционировали из скейтборда по той же самой логике. Идея о том, что код ДНК доказывает какие-то эволюционные связи, абсурдна, начиная с того, что код ДНК невероятно сложен. Я могу указать на то, что у Microsoft PowerPoint и Microsoft Word есть миллион одинаковых линий кода. Они идентичны. Я могу нажать на spellcheck в Word, и я могу нажать на spellcheck в PowerPoint и получить те же самые результаты. Это доказывает, что все это эволюционировало из азбуки Морзе на протяжении миллионов лет. Не имеет значения, подобны ли последовательности ДНК на 98,6 или 95,2. Под определенным взглядом не имеет значения. Число продолжает изменяться, потому что так работает наука. Она продолжает изменять, тестировать и так далее. Это одна из красот науки. Здесь нет абсолютной и конечной правды. Вы не узнаете этот процент из книги «Бытие», потому что это делается через ДНК. Секвенцирование ДНК – это только один из способов для того, чтобы узнать общность между нами и другими древними обезьянами, а также нами и шимпанзе, а также другими млекопитающими и так далее. Существует много других методов, как, например, биохимические измерения общности и различий. И, конечно же, эти анатомические и физиологические сравнения. Затем сравнение ископаемых. Опять же, я постоянно указываю на конвергенцию из разных сторон, которые приводят нас к этому выводу. Когда Винс Серридж впервые высказал идею о том, что мы ближе по отношению к шимпанзе, имея только один конкретный биохимический тест, люди думали, что он сумасшедший, но сейчас это принято просто потому, что существует множество доказательств с разных исследований. Спасибо. Последний 2-минутный вопрос для вас, Майкл. Человеку требуется 11 систем для того, чтобы выжить. Циркуляционная, мышечная, нервная, костная и так далее. Там сказано 11 систем? Да, 11. Которая эволюционировала первой, второй, которая эволюционировала между ними, или они все появились сразу и одновременно? Ох, блин. Ну ладно. Это даже не совсем верный вопрос, потому что он означает, что все системы должны существовать для того, чтобы то, что мы называем человеком, было именно им, но эволюция так не происходит. Это не так, как появление Боинга 747 из кучи металлолома. Это не так.
Это длительный, медленный процесс. Циркулирующая система, мышечная система и так далее. Этими системами обладают все млекопитающие и все организмы, которые жили на протяжении сотен миллионов лет. Потому что у нас есть эти плохо сконструированные, но достаточно хорошие для того, чтобы просто свести концы с концами системы. Потому что эти системы произошли от общего предка, жившего давно. У нас неплохие вены в ногах, но было бы хорошо, если бы у них было больше клапанов, или они были бы немного прочнее, потому что у нас большое кровяное давление в связи с тем, что мы ходим на двух ногах, чем в случае, если бы мы были четвероногими. Но мы начинали как четвероногие, потому мы застряли с этими венами и клапанами, которые у нас есть. Они были немного модифицированы и улучшены, но разумный дизайнер сделал бы их намного лучше, чем они есть. То же самое с нижними дисками позвоночника. Если бы мы были сконструированы быть двуногими, то было бы замечательно, если бы диски были более толстыми и прочными, чтобы они не изнашивались так быстро. Особенно если вы живете по 900 лет, то ваша спина никогда бы не выдержала. Но мы не были созданы разумным дизайнером. Мы были четвероногими, у них намного меньше давления на нижнюю часть позвоночника, чем у нас. Вот что я имею в виду, говоря об этом часовщике снизу вверх. Это работает неплохо. Мы справляемся. Но это не поразительный, всемогущий, идеальный дизайн, который вы бы ожидали от дизайнера сверху вниз. Но на самом деле вы видите идеальный пример часовщика снизу вверх, под названием «Эволюция». Я думаю, что проблема в данном случае — это полное непонимание. Во-первых, мы не созданы плохо, мы созданы поразительно. Я думаю, что только одна клетка в вашем теле более сложная, чем космический шаттл, а у среднестатистического человека их 50 триллионов. Это абсурдно говорить, что все это появилось случайно, и мы плохо сконструированы. Во-вторых, плохой дизайн — это паршивый аргумент в подтверждении эволюции. Особенно если учитывать, как я сказал ранее, что мы копия Адама. Это поразительно, что мы сидим здесь и разговариваем об этом. Возьмите этот кусок бумаги и сделайте копию. А теперь возьмите копию и сделайте копию копии. Сделайте так около 1000 раз и посмотрите, сможете ли вы читать это. Возьмите любую компьютерную программу и скопируйте ее на диск, затем скопируйте на другой диск и снова скопируйте ее. Сделайте так 1000 раз и проверьте, сможете ли вы запустить ее. Этот ДНК-код, который у нас есть, друзья, он невероятно сложный. Атеист не может найти Бога по той же самой причине, по которой вор не может найти полицейского. Последний вопрос доктору Ховинду. Как вы думаете, почему наука сотворения не преподается в государственных школах? Во-первых, она преподается в 1000 государственных школах. Никогда не было закона против того, чтобы кто-то преподавал науку о сотворении. Было два штата, Арканзас и Луизиана, которые предложили закон, требующий, чтобы учителя преподавали сотворение. Но суд присяжных отклонил оба закона, и я думаю, что это было мудрым решением. Потому что если вы ведете закон, требующий, чтобы преподаватели дышали, то они тоже отклонят его. Вы не можете заставить кого-то дышать, и вы не можете заставить кого-то преподавать сотворение. Они не говорили, что вы не можете преподавать сотворение, но как раз наоборот. Суд присяжных говорит, что вы можете преподавать его, если хотите, но это не может быть обязательным. Я говорю обо всех судебных тяжбах, касающихся этого. Видео номер 5 там на столе. Потому из 1000 преподавателей, которые преподают сотворение. Я преподаю сотворение. Я приезжаю в государственные школы довольно часто. Некоторые государственные школы приезжали к нам в Динозао Адвенчурленд, и мы обучаем их сотворению. Это не проблема. Нет закона, запрещающего это, и я не против обучения эволюции в школе тоже, как я уже говорил раньше. Я против того, чтобы в школе учили лжи. Не говорите им, что у них есть рудиментарный копчик, или что у змеи есть рудиментарный таз, или что у Китая есть рудиментарный таз. Не врите детям. В Комитете Палаты представителей штата Арканзас я упомянул 30 с лишним ложных доказательств в учебниках, призывая их не покупать такие учебники. И один из представителей спросил, это правда, что все это ложь? Я говорю, да, это ложь. Я говорил 45 минут с лишним. После этого один из эволюционистов встал и сказал, это антиэволюционный законопроект. Представитель отвечает, эволюция даже не упоминается в этом законопроекте. Здесь говорится о том, чтобы никто не врал детям. Эволюционист, адвокат ACOU, но все это используется для поддержки эволюции. Но если все, что у вас есть для поддержания вашей теории, это ложь, то придумайте новую теорию. Так работает наука. Если вы используете ложь для доказательства своей теории, то вам стоит быть скептичными по отношению к этому. Ну уж, Майкл, напиши статью на эту тему. Ну хорошо, давайте будем скептичными, конечно. Давай послушаем твою новую теорию, Кент Ховинд. Какую теорию ты можешь предложить для того, чтобы заменить существующую научную теорию эволюции? Ответ – нет такой теории.
Причина, по которой сотворение не преподается в школе, потому что это не наука. Учить нечему. Если вы что-нибудь взяли для себя сегодня, то вы поняли, что получается то, что учить нечему. Все, что вы сказали бы, Бог это сделал. Ладно, а что вы будете делать на протяжении остального времени и семестра? Учить нечему, там науки нет. Если вы хотите преподавать это на библейских занятиях, хорошо. На занятиях по религии, теологии, хорошо. Но в данном случае нечему учить. В этом нет науки. Потому этому не учат. Хорошо, на этом закончим наши дебаты. Давайте поаплодируем им. Мы надеемся, что вы наслаждались просмотром этих видеосерий на тему сотворения эволюции динозавров. Намного более важно, чем просто знать правду и факты о науке. Это знать правду о том, идете ли вы на небо или нет. Если вы не приняли Христа как своего Спасителя, то позвольте мне быстро объяснить вам, что вам нужно делать для того, чтобы пойти на небо. В Библии написано, что все мы грешники. Мы все нарушили Божий закон. Мы грешники, которые хуже, чем другие. По крайней мере, в человеческих глазах. Но мы все нарушали Божьи заповеди. И Библия говорит нам, что мы должны покаяться. Слово «покаяться» означает «отвернуться». У него два значения – «отвернуться от вашего греха» и «повернуться к Богу». Бог ждет изменения в вашем отношении. Он хочет, чтобы вы сказали: «Господь, я больше не хочу делать неправильно. Я хочу делать то, что правильно». Он хочет, чтобы вы отвернулись от своего греха и повернулись к нему и сказали: «Господь, пожалуйста, прости меня и спаси меня». В Римлянам 3:23 написано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Во-первых, вам нужно признать, что вы грешник. Во-вторых, в Библии, в Римлянам 6:23 написано: «Ибо возмездие за грех – смерть». Мы заслуживаем умереть и пойти в ад из-за наших грехов, но Иисус умер за вас. Он любит вас, и Он хочет, чтобы вы попали на небо. И каждый, кто попросит у Него, тому Он даст дар вечной жизни, как написано в Римлянам 6:23. Это подарок, и в Римлянам главе 10 стихе 13 написано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Если вы просто скажете: «Господь, я грешник, прости меня, пожалуйста», то Он даст вам этот дар вечной жизни. Почему бы вам просто не помолиться вместе со мной сейчас и принять Христа как своего Спасителя? Здесь нет магических фраз. Бог смотрит на ваше сердце, и если вы помолитесь этими словами от сердца, то Бог вас простит. «Господь Иисус, я знаю, что я грешник, я нарушил Твои законы. Мне жаль. Пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, омой мои грехи своей кровью. Прости мои грехи и возьми меня на небо. Во имя Иисуса Христа. Аминь». В Библии написано: «Кто призовет имя Господне, спасется». Потому, если вы попросили Господа спасти вас, то Он сделает это, как и обещал. Теперь ваша задача – расти, молиться, найти хорошую, верующую в Библию церковь. Спасибо большое. Звоните нам, если вам потребуется помощь.